Привет, привет, друзья, добрый вечер. Что? Почему не захватывается игра? У меня все как всегда, простите, так, мы сейчас игру добавим. И знаете, что я, к сожалению, не смогла сделать так, чтобы звук из игры шел фоном. Я поискала и не нашла решение. Если вы сможете мне помочь, было бы здорово. Так, кажется, нормально. Да, теперь есть игра, все есть. Есть чат, есть надпись, пожалуйста, без подсказок. Вот. Я надеюсь, что вы не будете мне спойлерить, не будете прям подсказывать, что я как делать, и дадите мне возможность самостоятельно проходить. Я, наверное, потише сделаю. Мне кажется, очень громко играю и очень громко музыка, да? Давайте разберемся со звуком. И я постараюсь поздороваться, но вы на самом деле уже столько всего написали, что... Я не знаю, кто там был первым, откуда мне вообще начинать здороваться сейчас. Я рада, что мы с вами наконец увиделись после, ну, довольно большого перерыва, когда там был прошлый стрим, я уже не помню. Ну да, в общем, я отмотаю, насколько могу, чат, и поздороваюсь тогда с теми, кого увижу. Кто был раньше, пожалуйста, не обижайтесь. Ой, только у меня чат потом вниз прокручивается, я буду пытаться. Привет, Хололо, здравствуй, я рада видеть тебя, рада, что ты пришел в итоге, несмотря ни на что. Привет, Каратель, привет, Мишка, привет. Ого, сколько вы там общались. Лицеист, привет, привет, Аркасов, привет. РС, здравствуй, привет, Преторианс, привет, Меморум, да, Меморум? Привет. Долговец или Долговец, наверное, да? Да, какой-то невероятный буст к рейтингу после итогов выглядит жутковато. Привет, Леди Слава. Привет, Уайт. Привет. Привет от 3 до 10. Здравствуй, Файрлайн. Лицеист. Так, ты на Твиче проверил? Спасибо большое. Привет, Филинол. Тарвус, здравствуй. Привет. Бист, Бест. Бест Висин, наверное, да? Привет, Дэвид Веб. Спасибо большое. Привет, Реберс, наверное, да. Мне кажется, ли здесь только сейчас новых ников, которые я первый раз пытаюсь осилить. Привет, Enable, привет. Doin the Clone, да? Да, наверное, так. Привет, Джонни Кэш, здравствуй. Привет, Рязеркали, как-то так. Могу начать здороваться с тебя? Нет, я... Видишь, я даже твой ник не могу осилить, напишу просто, как он правильно читается. Привет, рыцарь Пейки, привет, Авточерри Джуз. Привет, Солус Квин, привет, Якорь. Бобрик, здравствуй, привет, Китти The Cat, привет, Рэй. О, я пойду отойду к малышу и сейчас вернусь к вам. Так, все, я тут. Продолжаем здороваться. На ком я остановилась? На ком же я остановилась? А я не помню. Привет, Enable, привет, Снига, привет. Денис Дэн, здравствуй. Повидло, привет, привет. Ты теперь сердечком. Так. Солускин, да, я тебя, я помню. Но просто есть ники, которые я вижу впервые. Может, посмотрели раньше тихонько, не здоровались, а теперь... Так, ну, я, кажется, даже со всеми поздоровалась, но попыталась, по крайней мере.
Давай по новой. Нет, нет, все. Нужно начинать быстренько играть, потому что так можно весь стрим сидеть и здороваться. Привет, Геос 101, здравствуй, и привет, SCRM. Это какое-то, наверное, сокращение, аббревиатура чего-то, которую я просто не знаю, да? Ну и ладно. Привет, Поплавок, да, я из Одессы, совершенно верно. Так. А, привет, Капитан Очевидность, привет. Что, начинаем играть, да? 10 минут стрима прошло, я как обычно, я только закончила со всеми здороваться. У нас вроде бы все нормально со звуком, с картинкой, с надписью. Я еще раз напоминаю, пожалуйста, ребята, не подсказывайте, даже если очень хочется. И очень тяжело, тяжело взять себя в руки, когда у меня ничего не получается, а вы-то эту игру проходили, или даже если не проходили, то знаете, как пройти. Вот, но постарайтесь сдерживать такие порывы хорошо, потому что там есть несколько свирепых человек в чате, которые собираются банить за такие вещи. Вот. У меня на Good Game стрим в категории Старкрафта. Я сейчас буду это исправлять. Как обычно. Что? Да, я не поменяла. Простите, друзья. Так, мы сейчас быстренько хотя бы игру поменяем. Картинка там, я не знаю, какая картинка. С этим надо срочно что-то делать. Вот это я даю. Давно не было стрима, видите, я разучилась нормально цеплять анонсы и везде нормально все прописывать. Так, все, все, и не дышим, кажется. А на Твиче что, тоже? Или на Твиче нормально? С кем совместку проходить? Я пока не расскажу еще. Будет ли еще кукловод, я не знаю. В том формате, как был, вряд ли будет. Как-нибудь частично, может быть. Но прям в том формате нет, рубрика как бы она была закончена, все, что я могла показать в ней, я показала. Там все нормально, там портал, только не второй, а первый. Да. Все, в следующий раз я все нормально настрою, правда. Что-то я расслабилась абсолютно. Привет, свой 45, привет, Алла. Ну вот, я пока настраивала, у меня еще вот люди подошли. Привет, Fairy Tail. Включила жду Зерлинга, прости, пожалуйста. Да, это я сглупила и не поменяла категорию с прошлого раза. Да, рейтинг какой-то вообще сумасшедший, Декса, здравствуй. Так, одиночная игра, загрузить игру. Да, так вот мы проходим сначала одиночную игру, а потом уже все остальное, да? Вот наше сохранение, да, загружаем. Мы сейчас попытаемся немножко... Привет, Антон, здравствуй. Пытаемся сбалансировать звук, если что-то там будет не так, чтобы мы слышали нормальные диалоги в игре, и при этом, чтобы было не слишком громко. Если честно, мне тяжело сконцентрироваться, даже потому что у нас очень жарко. Очень, я такая несобранная. Сижу вроде бы возле открытого окошка. Давайте я, наверное, вот так сделаю. Так, все, мы уже в игре, пора включаться и вспоминать, что тут вообще такое. Мы приехали на лифте, да, и нам нужно бежать, как обычно, по лестнице. Конечно, здесь, может, что-то интересное показывают, или ролики те же, которые были в прошлый раз. Нет, это, по-моему, что-то новенькое, или... Нет, мы это уже видели, я ошиблась. Ну ладно, все, тогда побежали вперед. С геймпада проходишь? Нет. Портал я прохожу с клавомышкой, как мне завещали. Так, что там у нас? Ой-ой-ой, здесь все перестраивается, эта комната сейчас меня раздавит. Подождите, что здесь? Ты куда прячешься? Эй! Так, ну ладно, все, давайте ориентироваться. Что у нас есть? У нас есть два луча, у нас есть платформа, которая, судя по всему, должна каким-то образом подниматься. Есть кубик наверху, который может перенаправить. Просто проходи и все. Я так и делаю. Просто я вслух вам рассказываю, вам может показаться в какой-то момент. Ну, типа, когда я пытаюсь спросить, ну вот, что же теперь тут делать? А вы думаете, что срочно надо мне подсказать? На самом деле, это просто размышление вслух. Вот. Ивона, привет, здравствуй. И спасибо.
Да, так вот я вслух буду рассуждать абсолютно обо всем и о тупиках, которые мне здесь встретятся по дороге, поэтому вы на это не обращайте внимания. Вы можете сокрушаться, как долго я не вижу очевидного решения. В какой-то момент я могу спросить, на правильном ли я пути. И вот тут вы должны сказать, ты делаешь абсолютно не то, что нужно, или да, действительно, ты скоро, постараюсь еще немножко, у тебя получится. Ну вот такого рода подсказки, только я сама буду их просить, ладно? Всех подсказчиков будем банить. Да, там целая армия собирается тех, кто будет банить за спам, поэтому, ребята, осторожно. Так вот, я хотела рассказать немножко об этой комнате. У нас есть два луча, у нас есть платформа, которую пока непонятно, как подключить, но я уже знаю, в принципе, как нам открывать эту дверцу. Для этого нам нужно нажать две кнопки, правильно? Одна из них наверху, и еще одна вот тут. Вроде бы все понятно, нам на платформу желательно отправить кубик, тогда мы под 90 градусов согнем этот луч. Ну, так мне это представляется, поэтому давайте уже что-то делать, меньше болтать, идем за кубиком. Вот кубик. Вот я его взяла. И не знаю, прыгать туда, наверное, прометчиво, потому что нас этот лазер разрежет. Или как же нам быть? Нам же нужно на платформу забраться. А мы можем туда просто допрыгнуть. Да, все на самом деле проще, чем мне казалось. Я пыталась уже придумать какой-то хитрый способ попасть на платформу, а он, в принципе, он не нужен. Так, что мы зажгли пока что. Еще скоро у тебя получится. Что? Какой челлендж нужен, Полин? Привет, Визи, привет, Триплват. Что? Зипсаур, здравствуй. Я пропустила. Пропустила свой, подскажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Головоломочка. Мы сейчас ее решим. Подождите, я же отвлеклась. Так, и вторая кнопка. Ну, тут все на самом деле просто, мы... Так, главное, чтобы нас сейчас ничего не подожгло. Мы открываем один портал, а второй направим... Куда? Ну, на полу вот здесь. Сейчас только нужно туда допрыгнуть. Я не знаю, работает ли это... Все было не так просто. Прыгать сверху вниз легко, а вот... Наоборот, не так уж просто. Ну, хорошо, идем обратно наверх. Сейчас все сделаем. Нам нужно организовать здесь портал прямо под этой штукой. Сколько там? Три плиточки? А, здесь плиточки, наверное, не так расположены. Ну, мне кажется, что где-то здесь. Ну, вообще идеально, посмотрите. Так, и теперь оранжевый. Поздравляю. Спасибо. По поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. А мы толстенькие, что ли? Чудом удалось набрать несколько килограммов. Какая прелесть. Я рада ее слышать, на самом деле, Гладис очень прикольно. Так, наш лифт. Все, поехали дальше. Все, мы первую головоломочку прошли. Отлично, пока все нормально. Привет, Боу-ла-ла-ла, здравствуй. Привет, кувшин с молоком. Уроки жизни с Полин, прыгать вверху вниз легко, наоборот, не очень. Да, капитан очевидности. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим. Это легко вообще. У меня есть чатик. Я могу пока заняться чатом, я могу читать, что мне пишут. Мне так нравится обстановка, на самом деле. Ну, жить бы я, конечно, в такой не хотела, но побродить так это очень интересно. Так тут все совсем аж настолько недостроено. Вот это да. Привет, Fairy Tail. Несколько килограмм. Спасибо, Холло. Очень тактично, очень. Но тебе уже нечего терять, ладно. Привет, Kill Bill. Привет, Горец. Не усложняй себе задачу. Ты мне прям так с лёту это говоришь, да? Я еще даже не успела ничего усложнить, а ты уже мне рекомендуешь, наверное, по опыту. О, давайте нужно заглянуть, что там. Ну да, мы действительно набрали несколько килограммов, и вот в подобные отверстия мы теперь пройти уже не можем. Все. Ну ладно. Хорошо, договорились. Да, так вот, конечно, в первом портале я себе значительно усложняла. Ну, помните, я пыталась носить за собой кубик? Вообще, из этого нужно хайлайт нарезать, конкретно из того кусочка. Интересно, нет, мы не можем здесь провалиться, тем более мы набрали несколько... Писать цветным в чате. О, у тебя текст зеленым стал? Вот это поворот, ребята.
вы знаете, Twitch открывает некоторые новые возможности. Я сама не знала, что так можно. Спасибо, Fairy Tail, мне очень приятно. Да, и фанка действительно чудесная. Hello, Typical Scroll. Ты потом так голову ломать будешь, даже я ломала бы стол. Ну, посмотрим, хорошо. Да, Мишка, очень-очень здорово. Это так полезно. Так, нам нужно где-то нажать кнопку. Давайте посмотрим, где... О, кнопка. Я сейчас прицелюсь. Она где-то на третьей панели, по идее. Да? Главное уйти с линии огня. Как-нибудь. Так, давайте сделаем. Сейчас мы себе откроем. Или что-то... О, подождите, подождите, площадочка. Эй. Что-то пошло не так. Нет. Ладно, я передумала. Стой на месте. Так, это все, конечно, хорошо, но смогу ли я потом здесь поставить портал, если я туда перепрыгну? А вот это уже... Это вряд ли. Так, смотрите, я сейчас туда пройду, и я не смогу здесь поставить портал напротив кнопки. А вплавь мы туда никак, и допрыгнуть тоже никак. Лицеист, ничего себе. Это такие сообщения, которые я вообще не пропущу, ребят, но я даже не знаю. Это вроде как несправедливо, что ли? Привет, Феликс, привет, Имбик. Я, конечно, могу это отключить. Опять игноришь? Нет, я же только что поздоровалась. А, это задержка, просто ты написала до того, как, наверное, я успела поздороваться. Привет, привет, Алекс Старк, здравствуй. Знаете что, ну, мне нужно, чтобы остались цветные ники. Я сейчас посмотрю в настройках, можно ли цветной текст отключить. Нет, он отдельно не отключается у меня. Ну вот. В итоге я не могу с этим что-то сделать. Думай порталами. А, ой-ой-ой, я случайно выстрелила, когда вернулась в игру. Да, давайте мы пока сбегаем туда и посмотрим. Может быть, я на самом деле смогу достать. Нет, не смогу. Ну ладно. Нет, так нет. Значит, мне все-таки нужно находиться там. Так, а я могу создать портал вообще сразу на той стороне или нет? Не могу. У меня есть кнопка, давайте нажмем ее и посмотрим, что случится. Ой, у нас есть кубик, подождите, нужно подумать только, куда нам его поставить. У меня... А, это тот кубик... Нет, это не тот, который перенаправляет луч. Предлагаю убрать Twitch из чата. Нет, Антас, я, конечно, не стану так делать. Ну, просто, ребят, постарайтесь, пожалуйста, не злоупотреблять этим цветным текстом, хорошо? У Ивоны есть квас, отлично. Это здорово. В летнюю жару очень хорошо квас идет. Так. О, лицеист уже вводит правила за использование... Ничего себе! Вот это здорово, я могу не заниматься организационными вопросами. Это очень круто иметь ответственных модераторов. Ничего себе. А, ну я, кстати, ничего не придумала. Я болтаю и пока что не придумала, что мне делать с тем порталом. Давайте вернемся. У нас есть теперь кубик. Я не знаю, нужно носить его за собой и беречь. А то в прошлый раз, когда мы его не берегли, это очень плохо закончилось. Так. Точка, с которой я могу создавать порталы где угодно, это вот тут, где я сейчас стою. Мне тогда видно и тот кусочек, и этот. Наверное, этим нужно воспользоваться. Да, мы создаем один портал здесь, второй там, и проходим вместе со своим кубиком. А теперь делаем вот так. Нет, подожди, платформа. Ну ладно, все, берем кубик и ждем ее. Вот видите, я чуть-чуть отвлеклась от чата и сразу решила, в чем тут дело. Молодцы, что не подсказывали. Взорвался до власти Хололо, тебя сейчас забанят. Или... А, тебе нечего терять. Ну вот, я прозевала платформу. Она там скоро вообще?
медленно так ездит. Но если бы она быстрее двигалась, я бы, конечно, тем более не успевала бы на нее залезть. Что-то пошло не так. Подождите, подождите. Кажется, я поняла, зачем мне кубик. К твоей чести, ты меня слушаешь. Но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. Заходи в лифт и продолжим испытание. Она же говорила, можно медленно. Что к моему сведению? Я ее перебила, она мне перестала рассказывать. Привет, Ди Уич. Я эту игру 7 часов проходил, очень долгая игра. Но если у тебя на это ушло 7 часов, то мы будем ее очень долго проходить, да. Кубики. О, и лифт. Меня прошла этот уровень. Каратель, у тебя записано по времени, сколько ты проходил каждый уровень для того, чтобы сравнить результат? Да, серьезно? Норм рейтинг, да, ребята, я знаю, это после итогов какой-то безумный рейтинг. Не переживайте, это только на сегодня. На пару часов трансляции он будет держаться, а потом будет... Ах, да, он же не сразу обнуляется, он потом медленно спадает, по идее. То есть я не знаю, идет ли он весь через 2 часа, и с какой скоростью он там спадает, и может быть уже что-то поменяли. Давайте посмотрим, что там какие-то новые видюшки. Про кубик. Так, ладно. Интересно же, что там. О, свалка кубиков. На глаз посмотрел. Подождите, только что здесь было много кубиков, я собиралась один из них взять. В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Катапультировать. Удачи. Это что-то новое, у меня такое впечатление, что в первой части ничего такого не было. Привет, Сипак, спасибо большое. Привет, Торнил. Классно, ты так наблюдаешь за тем, как комплекс возрождается. Болала, что ты делаешь? Там лисеист, он сейчас тебя забанит за такое. Так, давайте мы разберемся, что это за штука. О, у нас есть картинки, отлично. Если мы сюда подойдем, нас подбросят и... И мы упадем в воду, что они мне хотят сказать? Или это же не портал, это похоже на воду. Как-то страшно становиться на эту штуку. Давайте осмотримся. Вообще, ладно. Вот это да! А, нас подбросят на специальный кружочек. Теперь ясно, как это работает. А обратно? Вот это класс! Ну, еще один кружочек. То есть тут всегда подбрасывают прямо на кружочек. Отлично, это какая-то стабильность, мне нравится. Так, нам нужен кубик. Он будет падать с другой стороны. Побежали. Вот. Нет, он не с другой стороны, он прямо по центру. Так, подождите, он еще и летает. Вот это класс, его нужно ловить в полете. Так, давайте рассчитаем. О, нет, нет, не сейчас. Ладно, сейчас тоже можно попытаться. Так, сколько мы туда летим? По идее, нужно встать тогда же, когда... Эй, кубик, кубик! Я поторопилась, ладно. Запрыгиваем на эту штуку тогда же, когда кубик отбивается. Есть. Отлично, мне очень нравится. Это похоже на какой-то крутой интересно. Аттракцион. Ребята, в первой части ты такого не было. Настоящим воздухом. А чем я дышу? Вот так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Это так печально на самом деле. Только ведь отошел лицеист. Да, видишь, тебе нужно сидеть и бдеть. Этот кружочек называется мишень. Спасибо, точно, мишень же. Старк, я запомню, хорошо. Ну что, побежали дальше. Кубик, я думаю, мы можем здесь оставить. Он тут, по крайней мере, в безопасности. Интересно, а что если прыгнуть раньше времени, до того, как... Лифт приехал, наверное, это закончится не очень хорошо. Гладис Няша же. Да, что-то в ней такое есть. Я точно скучала по ней.
то, уважаемые посетители СКДВ, сообщим, что межсезонье сапа Тантиса определяет только на выдаче стрима в топе, но не переводится в опыт и не повышает рейтинг стримера. Ой, меня много, не переживай, СКДВ ТВ, мне хватит. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Пару тонн битого стекла, да, так вот, когда я думала, что мы совершенно как бы расправились с Глэдос, и во второй части я ее не увидела, в самом же начале, мне реально без нее было грустно, я думала, это был очень классный персонаж, и когда ее вернули, это было здорово, все перестраивается. Ну, короче, я вижу, где выход, давайте искать, где кнопка, которая нам его откроет, и от обратного, ну, кнопка где-то на той стороне пока что. Непонятно где, но там какие-то наклонные панели, наверное, придется от них как-то отлетать. Будем экспериментировать. И куда мы прилетим? Нет, ну я вообще не против, это здорово. Что? И куда я должна попасть? Нужно пробовать еще раз. Мне кажется, что я упустила момент. А вернуться обратно я, похоже, не могу. Что там наверху? Какая-то комната. Залезть туда мы вроде тоже не можем. Нужно было быстрее соображать, конечно. И обратно теперь не вернуться, похоже, только суицид вот так в воду и все. Или можем. Но мы попытаемся вернуться, да? Высоко? А, все, нормально, исправили. Так, давайте думать, теперь нам нужно на ту сторону, только я не вижу там выходом. Они, может быть, должны быть оба рядом, и нам это хватит. Этого может хватить, чтобы долететь на ту сторону, потому что там портал на самом деле негде, по-моему, ставить. Или есть? Есть! Есть где? Какой-то он маленький. Я надеюсь, что мы попадем куда нужно. Или это промежуточное у нас было? Точка. Да ладно, давайте пробовать, и тогда мы поймем, что к чему. Все, побежали. Вот это класс. Да, это действительно, это промежуточное. Мне нужно было создавать портал где-то в другом месте и точно вылетать не отсюда. Но ничего, мы сейчас... А, или... Все нормально, я так и хотела сделать, все отлично. Да, я так и знала, что все таким образом сработает. Сколько у нас вообще порталов? Ну да, два. Все нормально. Только... А, кубик мне не нужен. Хорошо, нажимаем кнопку. Приблизить. Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Не надо думать, игра сама подскажет спасибо. Все-таки иногда, мне кажется, здесь приходится подумать. Так, ну мы сейчас сверху просто туда упадем, правильно, на кнопку. А потом как-нибудь сюда вернемся. Только для того, чтобы эффективно вернуться, нам нужен портал где-нибудь. Снизу действительно мусор какой-то. Взять его и поставить на кнопку, как вы думаете, это реально? Давайте попробуем. Ну, вот эту штуку, нет, например. Нет, экспериментировать с мусором. Это лишь мусор. Ну, зануда. Ладно. Она не дает мне поэкспериментировать. Экономит мое и ваше время. Вертикальная дверь открывается. А где эта вертикальная дверь? Вы могли бы мне просто... Кубик, там кубик. Вот где... А, так может быть он ко мне прилетит? Подождите, если правильно организовать портал, он должен прилететь ко мне так же, как я сюда прилетела. Кубик, Лити, я тебя жду. Я сейчас тебя поймаю. Правда, правда поймаю. Ой, только нет, ну что ты делаешь, кубик? Ладно. Идем обратно. Или не идем, или мы не можем пролезть вместе с кубиком. Только что пропустил, как мусор летел. По тем же прыгнуть. Да, Ювона. Уже можно сообщить, я уже нашла. Так, прекратите сокрушаться, все нормально. Мы каких-то там минут 10 просидели в этой комнате. Все еще не очень запущено, бывало похуже. Для тех, кто впервые на моих стримах, вы не удивляйтесь, когда что-то подобное происходит, пожалуйста. Мы можем очень долго сидеть в одной комнате. И в этом нет ничего страшного. Попадем прямо на кнопку, интересно?
Ну, если что, мы возьмем еще один кубик, да? Ну, почти, почти. Ты патологически не замечаешь ничего. Хорошо. Ты обещала поймать его. Я думала, что поймаю. В итоге... Ну да. Кубикам не стоит мне доверять после того, который пришлось отправить в топку. Я пыталась реабилитироваться, насколько вы помните. В самом конце первой части я взяла один кубик и пыталась его носить за собой постоянно. Постоянно. И в итоге он был у меня распылен при прохождении через специальную дверь, через которую его нельзя было проносить. Поэтому у меня что-то с кубиками не складывается в этой игре. Чтобы долго не сидеть, нужно просто не думать. Их все еще двое, они стоят немного ближе, чем на прошлом стриме. Обернись и сама убедишься, я боюсь оборачиваться. Он, я надеюсь, что все не настолько помнишь, плохо. Я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу. И я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Ну, зачем она так делает? Нормально же общались. Опять вспомнила про тот кубик, я о нем не забуду, я думаю. Тень того кубика все еще преследует тебя. Знаешь, что люди, да, обременённые угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков. Извини, не знаю, откуда этот звук. Это было похоже на поезд. Научный факт. Или нет? Но мне это напоминало поезд. Вы знаете, после прохождения Mirror's Edge там была история с поездами. Если кто смотрел и помнит, я теперь побаиваюсь их. Да, тот кубик не считается, он был без души, а ты сожгла кубик с душой, лотком. Я знаю, тот, у которого было сердечко. Ее убил, это нормально общались для женщин. Я люблю поезда, но попадать под поезда, убегать от поезда или перепрыгивать с одного поезда на другой явно мне доставляет некоторый дискомфорт. Ну что, а, побежали. Ой, я забыла посмотреть. А, там все то же самое, по-моему. О, кубик. Сердечком, этот кубик сердечком, ребята, смотрите, еще один кубик сердечком. Так, ну хорошо, пойдем за ним. Ой, ой, это мы, посмотрите, нас видно. Ну красотка вообще. Так, где кубик? Неужели я растворила его прежде, чем ты прошла? Что? Случайно, извини. Иди возьми еще один, пока он не исчез. Этот был с сердечком, а где еще один? А, это тоже с сердечком. И чего от меня хотят? Я этот растворила. Да что ты делаешь? Ну, я еще даже не поняла, что я хочу. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. А теперь что? Я зачем-то это сделала, но если честно, не знаю зачем. А чего я вообще хочу добиться? Давайте посмотрим, куда идет эта дорожка. Она вот здесь обрывается. Она должна нажимать... А, тут, наверное, должен работать подъемник, чтобы нас отправить наверх. Только он не работает. Может, мы можем туда попасть как-то по-другому? Ну, вот у нас и тупик, ребята. Но мне не подсказываем, хорошо, история не повторится, я тоже надеюсь. Может, здесь что-то интересное? Нет, ничего. Я могу создавать... Нет. А почему тогда у меня подсвечивается? А почему у меня на той поверхности подсвечивается? В первой части не подсвечивалось там, где я не могу создавать портал. Это что, у меня что-то в игре сейчас заглючило? Или на самом деле во второй части оно светится все время? Понимаете, о чем я, да? При цели он у меня должен был погасать, когда поверхность не подходит для создания портала. Ну что это такое? Сладкая помогает лучше думать, вот тебе тортики, спасибо. И надо думать, и все будет просто.
Ну, понимаете, у меня выработался уже определенный алгоритм. Я захожу в комнату, и я ищу выход. То есть я зашла и сразу посмотрела, где у нас выход. И дальше я уже думаю, как туда добраться. Здесь я даже выход не вижу. Я понимаю, что нам нужно наверх. Я не могу создать там портал нигде. Мне нужен подъемник или мне нужно туда допрыгнуть. И все. Так, а что вообще происходит, когда мы кубик убираем? А, ну да, работает. Теперь понятно. Вот. С этого нужно было начать. Нужно было посмотреть, что происходит, когда мы убираем кубик. Тогда делаем просто вот так и поехали. Все на самом деле просто. Нужно было немножечко исследовать, что здесь происходит. Так, нам показали, где выход. Он наверху. По идее, мы сможем туда допрыгнуть. Только нужно хорошо прицелиться. Да, мы просто так не заберемся. А куда больше вероятность долететь? На эту штуку, которая поближе, я так думаю, да? Поэтому давайте теперь, ну, падать вниз, только не попасть бы на луч. Ну, я надеюсь, что не поп... Я ведь не попала, правда, на луч. На луч не попала, но далеко почему-то не пролетела. Почему я здесь остановилась, если я должна была двигаться вперед? Мы так не договаривались на самом деле. Так, ну теперь-то я не должна попасть на луч. О! Вот это я понимаю. Вот так. Мне нужен кубик, который я оставила в другой комнате. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаем. Кубик, пожалуйста, теперь тебе нужно лететь ко мне. Нет, он не хочет лететь. Подождите, сначала мы забросим кубик. А потом прыгнем сами. Я придумала. Иди сюда, мой хороший, с сердечком. Я его теперь буду за собой носить, вот увидите. Так, ну, по крайней мере, в пределах этой комнаты. Ой, я забыла, что я создала портал в другом месте. Ну, можем и вместе попробовать. Это тоже неплохой вариант. Я собиралась бросить только его, в итоге шлепнулась. Но... Ну, отлично. Просто отлично. Хорошо, полетели. Ты же на пол упала? Ну да. Кололо. Кто-то любит играть с огнем. Ну вообще, да, получается, что я убиваю кубики. Отчасти это справедливо на самом деле. Привет, Пипал, да. Ну что, побежали дальше, мы узнаем, что делать. В принципе, нужно просто прицелиться и нормально упасть в отверстие. И да, все, мы прилетели, все хорошо. Вот, кажется, здесь должен быть выход. Есть нет? Поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытаний. Я только подумала. С собой ничего не бери. Как это не бери? Я хочу взять кубик, эй, я хочу забрать свой кубик. Где он? Где мы? А, я без него не попаду сюда. А может получится долететь? Что если я уберу кубик? А если это делать быстро? Ну, то есть, знаете, совсем быстро прыгать вот сюда. Я что, слезла, да? Ай, молодец. Ну, подождите, мне хочется попробовать, получится или нет. Если не получится, я, конечно, оставлю эти попытки. Но все же. Так, берем кубик. Нет-нет-нет, постоим на кнопочке, а потом быстро-быстро-быстро побежали. И что, может быть, мы... Нет, мы поцеловали стенку. Ну, это было ожидаемо, конечно. Ладно, проделываем все то же самое в таком случае. Полетели. Жалко. Я хотела взять его с собой. Прости, кубик. Я надеюсь, мы еще встретимся. Придется слушаться, Глэдос. Привет, 42-й. Здравствуй. Привет, Firefly. Попробуй кубиком сбить камеру на стене. Нет, Мишка, наверное, я... Подумай. То есть вы хотите сказать, что у меня все-таки есть шанс взять, забрать с собой кубик?
Блин, насчет камеры это же была подсказка, если это действительно должно сработать. Ребята, ну давайте без подсказок. Я интересно, без кубика я смогу вообще дальше пройти или нет? Если нет, то мне придется сейчас это сделать. Поля набила кубик, каратель, что ты делаешь? Ну... Можешь оставить его, ему тут явно будет безопаснее, чем с тобой. Это да. Да. Привет, Мэйси. Привет, Темплиер. Шанс есть и камера ни при чем. Так, если есть шанс и камера ни при чем, тогда все хорошо. Тогда не подсказывайте, мы сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, нам нужно два кубика, или когда появляется второй кубик, может быть, тогда у нас все. Может быть, пропадает первый. Так, мы можем долетать. С той площадки мы долетаем только вот сюда. А так только на платформу, которая уезжает, если я забираю кубик. Мне нужно что-то, чем пригрузить кнопку, потому что по-другому я не смогу сюда долететь. Просто забрать кубик я, наверное, не смогу. Да? Можем попытаться. Нет. Ой, я упала. Так. Поставить бы что-то вместо него, но у нас же нет ничего. Других кубиков нам, кажется, не выдают. Можем попытаться, конечно. А, они там автоматически появляются. Ну вот. Это же легкая камера. Так я из нее уже вышла. Я просто хочу забрать кубик. Мне сказали, что это возможно. Давайте мы уточним. Это точно возможно? Если точно можно унести с собой кубик из этой комнаты, я должна это сделать, и мы с вами не уйдем со стрима, пока не заберем кубик. Если это была шутка, тогда как бы нет смысла. Ты будешь до конца стрима спасать кубик, чтобы потом расщепить его в поле? Ну, может быть. Но она же сказала, что поле не работает. Так, точно можно? Хорошо, давайте тогда искать какую-то возможность его забрать. Можно ли добраться наверх без платформы? Мне кажется, что нет. То есть она нам в любом случае, эта платформа нужна. Нет, не обязательно. Она нам не обязательно нужна. Подождите, там же дальше, возможно, можно было создать портал какой-то. А, ну и что, что можно? Ну и что с того? Все равно тогда я потеряю один из порталов тут. Все намного проще, чем ты думаешь. Я опять взяла и все усложнила. Причем я на этом зациклилась. Я реально не вижу какого-то простого решения. Пытаюсь найти какое-то сложное решение. Да что же такое? Давайте еще раз пойдем и посмотрим, что там в соседней комнате. Давайте хотя бы на месте не будем стоять. Может быть, что-то в голову придет. Тут портал можно создать, по идее, на этой стенке. А поле не работает. Нет, я сюда пока не зайду. Я вернусь и хочу достать кубик. Да. Мы можем создать портал прямо тут. Ну да. Ну действительно, зачем мне теперь сюда прыгать? Как я и говорила, все можно сделать. Идем теперь вниз. Ой, ну в смысле, я не это хотела. Я еще жива, интересно. Так, отличненько. Ну вот, да, решение действительно было, и было очень простое. Нужно было просто пройти чуть-чуть дальше и посмотреть, если там... Эй, ты же обещал. Я этот собирался сказать, я тебя люблю. Они разумны, конечно. Просто у нас их много. Она же говорила, что поле не работает, и все такое. Алекс, привет. Сейчас я сдаю свои порталы, по-моему, тоже решу. Да, да. Ты не думаешь порталами? Ну почему? Я думаю. Я просто даже не прошла дальше, не посмотрела, можно ли там создать портал. Ты
выбила второй куб компоненты «Настоящий убийца». Я просто жертва. Я поверила ей, что здесь не работает поле. Thank you, John Lemon. Ты опять его убила, он был бы жив, если бы ты не вынесла его. Прекратите, да. Я больше не буду Гледас верить, все. Руслан стримит портал, ты уже стримишь портал 2. Все, поехали. Это второй кубик с сердечком. Но для меня он третий, потому что я привязалась еще к одному кубику. Насколько вы помните, он был без сердечка, но он был очень... поле. И надо оправдание не вернуть его назад. Следующее испытание — включать в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. Ей вообще можно верить или нельзя? Поле не может остановиться. Так, что у нас тут? В соседней комнате что-то происходит. Ладно, мы туда еще. А, так это и есть это поле. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя. Давай, отлично. Если у тебя будут вопросы, она издевается. То, что я сказала. Название портала поле. Кублифти. Это ужасно. Вы мне будете кубик вспоминать очень еще долго. Очень-очень-очень долго. Да я сама о нем еще не скоро забуду. Так, от 3 до 10, подожди. Понятно. Я это запомню. Вкус при заходе на портал будет редирект. Куб стоит. Ой-ой-ой. Так, в общем, смотрите, мы не можем пронести кубик через это поле, судя по всему, на кубика у нас вообще нет. Давайте перенаправлять. Нет, давайте сначала нажмем на кнопку и посмотрим, что это. Вертикальная дверь открывается. Вот у нас появился кубик. И нам его нужно доставить. Вот сюда. Это, в принципе, несложно. Подождите, что? Я точно создавала там портал. Это так не работает? Ну ладно. Я думала, что все будет просто. Что совсем не работает? Вообще никак. Какие у нас варианты? Тут есть отверстие какое-то. Вот оно что. Ну ладно. Так, только я, кажется, создала портал не там, где мне на самом деле нужно. Отлично, мы теперь знаем, как это устроено. Хорошо. Давайте перенаправлять луч. Я его сейчас на себя перенаправлю. Вот это я умничка. Давайте мы. Так, чтобы не убиться, сделаем как-то более разумно все. О. Так и поставить. Или не очень ровно поделать. Может, немножко подвинуть его? Кубик, двигайся. Нет, он не хочет. О, вот теперь аккуратно. Что у нас сработало? Так, подождите, это должно было открыть проход. Я ведь пройду здесь? Можно было пригнуться, я забыла, что можно пригибаться. Ну, какая разница. Ладно, все, мы вышли. Кубик мы с собой не могли забрать. Тут это поле вот точно есть.
Привет, Теодорка. О, глава третья, мы движемся. Заполен прошла уровень. Я надеюсь, это доставляет вам какие-то положительные эмоции. Ну, когда все-таки мы в итоге после стольких усилий проходим. Угол 90 градусов, о какой аккуратности речь. О, ну, я знаю, это было не идеально. Маленький перфекционист внутри меня сейчас страдает. Привет, Пашан. Здравствуй. Ну что, побежали дальше? Тут нас ничего новенького не показывают, или? Да, это все тоже грустно. Так, главное, чтобы нас не прибило этой штуковиной. А что она делает? Стены ровняет, что ли? Я немножко не понимаю, в чем смысл происходящего. Ладно, давайте мы не будем вникать, просто идем. О, круто. Так. Ого. Лишь бы у нас под ногами сейчас ничего. И ничем бы не прибило. Ну, у нас есть опять летающая кнопка. Мы полетим наверх. Я так думаю. Это я! Я в порядке! Нет, я в смысле нет имел в виду. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ну да. Ты ее сломала, да? Нет. Попробуй сейчас. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что ну, мне конец. Как сломала. Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному уровню. Кстати, отлично выглядишь. Очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил, и потом... А мне нужно наверх вообще или куда? Хорошо, я просто опущу потолок. Ну давай, опусти. Я не могу понять, куда мне нужно, в ту комнату или все-таки наверх? Я не... почему-то не посмотрела, я так увлеклась. Что, все, она больше не работает? А, я ударилась. Ой, я еще раз ударилась. И еще разочек. Да подожди ты, я пытаюсь понять, где мне там портал создать. Я упорно бьюсь головой теперь об эту штуку. Так, давайте мы быстренько попробуем там. О, получилось, да, полетели. Нормально, вот и все сработало. У нас даже ступеньки тут готовы. А, только дверцу не открыли. Давайте посмотрим, где кнопка. Нам нужно луч направить. Ну, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, придется сейчас спускаться, похоже. А как мы потом сюда запрыгнем? Ну, точно так же, как мы сюда пришли первый раз там. Так, мне нужен кубик, похоже, потому что... Ого. Идем наверх, будем смотреть, что там вообще происходит. Я ведь смогу туда попасть? Пользуемся еще раз кнопочкой. Да, у нас есть кнопка, которая должна что сделать? Вообще должна была нам дать кубик по моему плану. Или это так не работает? Куда эта штука ведет? Ну да, кубик. А, да, кубик действительно есть. Я его не там искала, друзья. Ну, как обычно, собственно. Ничего нового. Так, сейчас запрыгнем, возьмем кубик. Пойдем опять на кнопку. Все и за кубиком. Толстая полин, да, даже сломала панель Веры. Берем кубик. И идем перенаправлять луч на кнопку. Где была кнопка? Не помню. Ну, это как бы сейчас не важно. Нам главное создать правильный портал. А, кнопка тут. Так, ну так, чтобы аккуратненько было прямо напротив. Я надеюсь, что так подойдет. Что мне это даст?
Интересно. Надеюсь, что какой-нибудь подъемник сработает. Ой. Так, я же могу перепрыгнуть через луч, правда? Да, могу. Теперь аккуратненько. Аккуратненько. Не идеально опять. Опять не идеально, простите. Я знаю. И что у нас сработало? А, у нас просто дверца открылась. А как мне наверх теперь попасть? Через подъемник? И куда же теперь? У меня портала-то нет теперь наверху. Так, у меня есть только два портала. К сожалению. Вот сколько кубиков спасла Полин. Ну, я даже не знаю, такие картинки немножко демотивируют. Так, это хорошо, я смогла открыть. Оставляем кубик на месте. Сейчас пойдем опять наверх. Больше нам ничего пока не остается. Просто главное потом организовать порталы в правильном месте. Так, сейчас мы оставим один тут. Да, я допрыгну? Должна бы. И еще один на потолке опять. Главное, что кубик уже на правильном месте стоит. Все, побежали. Ни в чем себе не отказывай, каратель. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел. Как орел. Да. Ей нравится, она серьезная, она меня похвалила, да? Этому можно верить? Ну, я промахнулась. Надо было ровнее ставить кубик, потому что теперь мы не попадаем. Подождите, что делать? Немножечко. Ну, не идеально, но дверца у нас открылась, да? Это было, конечно, так себе, кривовато. В этой игре не нужно ничего, главное, порталы в нужном месте. Я пытаюсь это сделать. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Мы тоже выберемся и посмотрим на оленя обязательно. На минус привет, здравствуй, спасибо тебе большое. Я рада тебя видеть. А, это ссылка на альбом у лицеиста. Там очень много веселых гифок на самом деле. Причем со всего портала, там очень много интересного. Кто еще не видел, посмотрите, вы не пожалеете. Там собраны интересные моменты с разных стримов. Ты знаешь, что куб не может лазер отразить в тебя? Не может? Я думала, может. Я серьезно, я думала, что нужно очень аккуратно это как-то делать, иначе. Это было не очень, нельзя не любить человека только за неровные порталы. То есть вы меня прощаете, да? Спасибо, Souls Queen. Сверху, с потолка, к нам будет лететь кубик. И он нам совершенно точно нужен. Давайте только подумаем. А, у нас уже один кубик и так уже есть. Может, нам и не нужен тот сверху. Кстати, сейчас не подсвечивается. Я не знаю, что это было в прошлый раз. А, только сейчас не подсвечивается даже там, где я могу создать портал. Вы знаете, эта штука теперь работает как-то по-другому. Не так, как было в первой части. Ну ладно. В общем, смотрите, там на стене есть эти кнопки. Поэтому нам придется туда лететь, на стенку, судя по всему. Пока не знаю, как мы это сделаем. Давайте просто посмотрим, куда нас закидывает конкретно эта кнопка. Нам повезло, что я хочу сказать. Не поджарил этот луч. Но мы в какой-то ловушке в итоге. Давайте обойдем и посмотрим,
чего я вообще хочу добиться от этой комнаты? Там наверху действительно есть какая-то кнопка, но я пока не знаю, зачем она мне. Еще три кнопочки на стене, или это не кнопочки. Давайте. А, и тут тоже такие же. Камера наверху. Мне бы найти указатель, куда вообще мне идти. Мне кажется, что наверх. Там есть окно, и оттуда струится дневной свет. Мы почти у цели. По идее, мы можем эту площадку опустить, да? Наверное, для этого нам нужна какая-то кнопка наверху. Пока что не знаю, как туда добраться. Вообще зря я сюда Ой, нет, эта штука меня пытается спалить. Просто спрыгиваем, и все. Да. Запрыгнем как-нибудь в другой раз. Тем более... Что? Тут еще что-то меняется прямо сейчас. Проход? Нет? Ладно. Пока что не будем туда бежать. Давайте попробуем себе кубик взять. Да. Или мы не долетим так? А через всю комнату сможем долететь? Или создать портал прямо там? Нет. Можно попытаться долететь через всю комнату. Или в полете повернуться и запрыгнуть туда, ну, если выйдет. Хорошо, давайте экспериментировать. План такой же, как и раньше. Делаем что-нибудь, и в итоге сделаем все-таки что-то правильно. Что? Мне показалось, что они задрожали. Чем больше комната в портале, тем она проще. Комната Изина, думаю, что тут будет боль. Привет, Рейдж. Не читая чат во время диалога, шутки пропустишь. Я стараюсь внимательно слушать, что она говорит, и даже почитываю еще субтитры, которые там есть. Мой план провалился, и я оказалась в какой-то яме. Я не ожидала, что тут яма будет. Ну, чудесно. Я думала, что в полете развернусь и запрыгну на площадку. Что-то пошло не так. Ой-ой-ой. Так, нам нужно где-то все-таки выпрыгнуть. Я зависла в пространстве. А, я выпрыгнула не там, где собиралась. Вот. Давайте так делать. Ну что, пробуем еще раз. Если не получается, тогда меняем план. Просто у меня пока есть подозрение, что все дело в кривизне рук. И я просто не сделала это так, как нужно было. Кто знает, поэтому давайте попробуем еще раз, если не получается. Ну, просто сделаем что-то новенькое. Так, разгоняемся. И нам теперь совершенно точно нужно лететь влево. Вот прямо сейчас лететь... Нет, не выходит. Так. Значит, будем лететь через всю комнату. Может быть, план не очень хороший, но попытаться стоит. Ну, мы же хорошо разгоняемся. Тут довольно высоко полетели. Да, да. Но мы были очень близко. Почему это не сработало? Не знаю. Ой. Я как-то пролетела дальше, чем собиралась, по-моему. Тут же можно не упасть, да. Пробуем еще разок, на всякий случай. Мне хочется верить, что там возможно допрыгнуть. Теперь постоянно будет рейтинг. Нет, 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 атакер, он со временем... То есть он через 2 часа, по идее, там, через сколько начнет спадать и постепенно сойдет на нет. Это только сегодня у нас такое развлечение. Привет, Свита, Эйфория, здравствуй. Здравствуй, очень здорово, что ты проходишь соседа. Мне эта игрушка очень нравится. Но мы вторую часть еще не прошли до конца. Первую мы полностью прошли на стрим, а вторую, кажется, там, где сосед на отдыхе. Но я должна признать, что, по-моему, первая самая классная. Вот, поэтому я желаю тебе удовольствия от прохождения. А, да, так получилось же. Вот, все сработало, как я хотела. Мы прилетели, мы на месте. Отлично, у нас теперь есть кубик. Видите, ну, нужно иногда попробовать 2 раза, потому что... Просто не всегда все. Так, подождите, мы теперь упадем туда вместе с кубиком, потому что перепрыгнуть вообще никак. И портал тут, ладно.
Этот кубик, конечно, без сердечка, но я бы не сказала, что он хуже какого-то другого кубика. Я бы хотела просто аккуратно вместе с ним выйти, и все. Где тут? Да, да, мы так и сделали. Напомните мне, зачем мне кубик? Взять-то я его взяла, но, если честно, не помню, для чего он мне... Ну, он просто есть, и я думаю, надо взять. Но я даже не видела кнопку, на которую его нужно поставить. Вероятно, она где-то там наверху, потому что... Там есть линия, которая указывает на нее. Вроде shift надо удерживать в полете, чтобы дольше лететь. Вот это да! Я уже прошла такой неплохой кусок игры, и в итоге еще чего-то не знаю об управлении. Причем должна сказать, что я первую часть тоже прошла без этого. То есть, если там есть такая возможность, то я ее с шифтом, кажется, мне получается быстрее бежать или. Или нет, мне кажется. Вот. В общем, это что-то новое для меня. Так, это хорошо, что я вижу там пунктир, только я не знаю, как туда попасть. Ну, короче, берем кубик и пока летим наверх. Это лучшая идея на данный момент. Протащим его в соседнюю комнату и давайте думать. Тут можно взять разгон, по идее, если хорошенечко прыгнуть. Только прыгать некуда, портала там нет. Нам же нужно его наверх забросить, если я не ошибаюсь. Ну, давайте поэкспериментируем с этими кнопками на стене. Если с ними вообще можно что-то сделать. Так, а тут, кстати, есть проход. Только он нам ничего не дает, к сожалению. Попасть на эти кнопки, интересно, есть какая-то возможность? Но, кажется, нет. Тут ведь никак нельзя прыгнуть в другую сторону. Это, интересно, зависит? Нет, вообще никак не зависит от того, с какой стороны я подхожу. То есть... Может быть, это не кнопки вовсе. Может быть, это часть декорации, а я к ней прицепилась и пытаюсь с ней что-то делать. Дарья, здравствуй. Привет. Ребята, пожалуйста, без подсказок, хорошо? Ну вот, но это была совсем явная подсказка. Я как бы не знаю, что теперь делать... Мне остается только чат не читать. Ну, вот как так? Я же хочу читать чат, хочу с вами общаться, ребята. Ну, пожалуйста, ну я даже надпись уже сделала. Не нужно мне так явно подсказывать. Но это очень печально, когда такое происходит. Когда мне не дают самостоятельно пройти. И да, вас, скорее всего, будут банить за подсказки. Вот. Не делайте так, хорошо? Ну, мне придется сейчас это сделать и закрыть луч, попробовать. Успешно звали пользователя по приказу Полин. Надо звать человека, чтобы он тебе читал чат, и чтобы он подсказки не читал. Ну, блин, это грустно. Не нужно лишать меня удовольствия от прохождения и... Ну, в общем, вы сами понимаете, я думаю, что так не стоит делать. Теперь мне, конечно, просто придется, да, сделать то, что сказали. Не сказать, что мне это сильно помогло. Ну, хорошо, да, мы опустили площадку, это, конечно, здорово, только... Ну и что? Мы можем теперь долететь... Прям наверх и не ударяться об них. Давайте попробуем. Не показалось, что у Полин... Да, это после итогов, у меня такая куча рейтинга. Скоро его не станет, не переживайте. Все будет как раньше. А, так вот для чего эти кнопки были. А, отлично. Теперь я точно вижу, куда мне нужно забрасывать кубик. А где я вообще? Вот это да. Мы тут раньше, кажется, не бывали. Куда меня запросил? Подождите, откуда я прилетела? А где мой кубик?
Я поняла, где мы очень высоко, и кубик вон там стоит. Хорошо, я сейчас могу получить еще один кубик. Он другой, я надеюсь, что этот кубик никак не уберет тот, который мне... Ой, он тоже полетел, а он прилетит ко мне? Да, отлично, прям доставка. Замечательно. Мне нравится, хорошо. Так, и нам нужно включить эту кнопку, для чего, я не знаю. Потом нам нужно попасть на ту сторону. А, ну, конечно, нам нужно убрать эту панель для того, чтобы перелететь туда. Так, хорошо. Вроде бы все понятно. Кубик нам понадобится внизу для того, чтобы перенаправить луч, насколько я понимаю. Как мне туда запрыгнуть? Сейчас вернуться бы туда как-то максимально безболезненно. О, вот так. Я промахнулась немножко, сейчас поправим. Вот так. А этот кубик забираем, он нам еще пригодится. Так. Ну, давайте вместе с кубиком попробуем опять залететь наверх. Я надеюсь, что это сработает. Подождите. Нет, мы не залетим так наверх. Или... А, не, все правильно. Ой, меня чуть-чуть поджарило. Смешная ты... Почему смешная? Из этого рейтинга ты 9-й левел, каждую трансляцию будешь начинать с кучи рейтинга. Ну да, там, я не знаю, какое количество, но действительно там какой-то значительный бонус именно стартовый. Так, ну хорошо, прилетели. Пока что поставим тут кубик. И отойдем с линии огня, давайте. Вот как аккуратно. Отлично. То есть по-хорошему мы сейчас должны туда... я что, все испортила? А, нет, все нормально. Я же могу прыгать, да? Да, отлично. Представляете, как было бы круто, если бы можно было в жизни прыгать с такой высоты, и все было бы нормально. Так, отбейте меня хорошо, чтобы я нормально долетела, пожалуйста. Это немножко страшно так летать. Есть. Ты нашла испытание. Спасибо. Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей. Людей? Но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Понятно. А я уже думала ревновать. Так, побежали. Еще одна недостроенная комната. Давайте будем обходить такие стены, потому что они могут рухнуть. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Неплохо. Признать персонажа игры робота к людям персонажам игры. На прогулку можно заходить с любой стороны, но тебя всегда отправляют в одном направлении. Да, спасибо, Горец, мы экспериментальным путем уже до этого дошли, но и в принципе там есть стрелочка, которая указывает направление, куда мы будем лететь, поэтому... Да. Так, ну что, ничего интересного, хочется между комнатами, как раз когда вы мне не можете подсказывать, хочется почитать чат. Возможно, это тот формат, к которому нам придется прийти, и я не буду читать чат во время прохождения головоломки, потому что, ну, вы видите, что получается. То есть давайте так, до следующего случая подсказки. Если сегодня будет еще какая-то подсказка, тогда просто я перестаю читать чат во время прохождения комнаты и более подробно читаю между комнатами, наверное, это было бы правильно. Я
где твой красавчик муж? Муж в данный момент в рейсе, и он вернется в начале августа. И, скорее всего, ну, первое время, когда он вернется, я, наверное, стримить вообще не буду, по понятным причинам. Вот, а потом мы, наверное, будем стримить вместе тоже, так что вы еще его увидите. Вот. Ты между некоторыми комнатами ты не будешь читать чат часа 3-4, они настолько большие. Напиши это на экране. Я надеюсь, что не придется такие радикальные меры принимать, потому что, ну, мне хочется все-таки читать чат так в процессе. Нет, именно в рейсе, он не в рейсе, он моряк. Что она мне объясняла об этих штуках? Мне не стоит лицо туда опускать, а ходить по ним можно? А, да, все нормально, я могу по этим мостикам передвигаться, отлично. Мне это нравится. Это здорово. Ладно. С порталом, похоже, это никак не взаимодействует. Что у нас внизу? Внизу водичка. Так, есть кнопочка, до которой я пока еще не знаю, как долететь. Но мы попробуем. А, что? Можно... Правда? Ничего себе! Отлично, я добралась до кнопки, но мне нечего здесь поставить. Давайте искать кубики тогда. Идем пока обратно. Нам нужен другой план. Так, а если оранжевый? И перепрыгнуть с одного на другой я могу? Вообще круто! Ребята, эта штука так классно работает. Все, нам нужен кубик. Я понимаю, здесь не будет ничего сложного, потому что нас знакомят с какой-то новой штукой. Что, в воду? Что-то мне это не нравится. Мне нужно быть внутри для того, чтобы там портал поставить. Ладно. Я сейчас что-нибудь придумаю. Там топят и топят кубики. Один за другим. Пока я пытаюсь сообразить, как мне туда... Как же там обойти, может, с другой стороны? Где вообще проход, если он там есть? Я его не вижу. Кажется, проход есть. Ладно. Давайте будем дальше экспериментировать. Если сделать вот так... Женщина, пригоди мне мучить своими действиями. Я ничего не могу с этим сделать. Ты сделай для себя вывод, можешь ты это смотреть или нет. Тебе одного кубика мало было. Ни одного, даже ни одного. На самом деле их было больше. Как бы не тяжело мне было это признавать, но все намного хуже. Так, ну, мы вообще так не договаривались. Тут просто так не пройти. Это очень печально, потому что если я сейчас уберу этот мостик, ну, вы же понимаете, я упаду в воду. Но мне очень нужно поставить здесь портал. Как же мы это сделаем? Так, я зависла. Не подсказывайте, пожалуйста. Мне очень нужен портал на этой стенке, но мне также очень нужен мостик, и если я его сейчас уберу, то шлепнусь, скорее всего. Я не слышу, как они кричат в огонь. Я пытаюсь. Мы можем перепрыгнуть, он же очень быстро перенесется туда, правда? Очень-очень быстро. То есть... Теоретически я даже могу успеть перепрыгнуть с одного мостика на другой. Если буду делать все быстро. Это нужно было делать не так. Я уже знаю, все, как же я сглупила. Что я вообще сделала? Это было так глупо. Так глупо. Я в следующую же секунду я поняла, что нужно было сделать. И, ну, вы поняли. Очень, очень, очень глупо. Так, я что, запрыгнуть теперь не могу? Да ладно, в прошлый раз получалось, я прыгала. Да.
другой точке прыгала. Ну хорошо. Все, сейчас я сделаю все как надо. Простите, это было очень глупо. Очень-очень. Может, ставить фейспалмы, я все пойму, да. Это вообще. Так вы признаете, что убили более 200 кубиков. Надо было чуть-чуть поближе. Я думала, что я его смогу так поймать. А я действительно могу его поймать. Мне не показалось. Ну вот. Ну вот мы сделали то, что нужно было. Теперь, чат, вы должны вздохнуть с облегчением. Глупая женщина. Так, к сожалению. А, кнопка была с другой стороны. Идем обратно. Почему я думала, что она должна быть здесь? Сейчас оставим кубик и как там аккуратненько туда дойти. Ну, да. Попробуем так. Все, побежали. Подружаем на место его наконец. Многострадальный кубик, еще один. Так, подождите. Это все, конечно, хорошо, только мне теперь нужно добраться каким-то образом. Я спрыгнула и все себе испортила. Так, давайте подумаем, как организовать мостик, чтобы просто аккуратно туда дойти и все. Нет, я же так не допрыгну. К сожалению. Тут негде, ладно. Ну, кто опять завис? Привет, Анисимов, здравствуй. Так, не подсказывайте, только не подсказывайте. Я тут сейчас почитаю чуть-чуть чат, хорошо? Я надеюсь, что я не вижу тут подсказок. Но прямо сейчас еще у нас несложное место, поэтому тут вообще не надо подсказывать. Так, у вас пока разговоры на отвлеченные темы, хорошо. Мне бы добраться наверх было бы очень хорошо. Ну или наверх хотя бы на ту сторону. Вернуться обратно. Если я спущусь вниз, то не смогу перепрыгивать с мостика на мостик. Давайте подумаем, как мне лучше. Ну да, так он слишком высоко. Давайте возвращаться. Просто возвращаемся туда же и все, и не будем усложнять. Я опять сижу и пытаюсь придумать что-то хитрее того, что нужно. Просто идем и все. Прекрасно. Тут же все на ладони, да. Ты хищник, и эти испытания твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ – никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Привет, Адреналин, здравствуй. Хорошие новости. Спасибо тебе большое. Я придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Эй! Загляни за выдвижную панель, интересно, что там? Да, пыталась заглядывать, оттуда даже пройти, похоже, не могу. У тебя не проявляет такой бессмысленной жестокости. Мы можем попытаться пройти туда. Нет, мы даже не можем пройти все. Там очень любопытно. Прекрасно. Опять неработающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Договорились. Я ничего не трогаю.
А откуда она вернется? Мне уже сейчас придется. Сверху. Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырвал его. Я... Птица! 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 Окей. Это, наверное, птица, да? Которая отложила яйца. Разозленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро. Обещаю, обещаю. Отлично. Надо только придумать, как. Как сбежать. У него есть план. Продолжай тест. Ты помни, ты меня не видела никогда. Он такой прикольный. Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Так. Ну хорошо. Эта кнопка нам даст кубик, который упадет прямо на другую кнопку и тут же с нее соскочит. Да? А, нет, не упадет. Он упадет в воду. Все намного хуже. Нам нужны мостики. Помните, у нас были мостики, и мы... Сейчас этим воспользуемся, я так думаю. Ой, там что-то упало. Так. В общем, нам нужно, чтобы кубик упал на мостик. Совершенно точно. Нам нельзя его отправлять в воду. Тут бояться нечего. Совершенно. Подумаем только, откуда я бы хотела сделать выход. Напротив там ничего нет. Так, а с той стороны? Ну, давайте попробуем. Так, делаем как-то так. Я надеюсь, что он теперь упадет. Да, отлично, это сработало. Ну! Да, все было так хорошо вообще. Все было идеально. Я даже здесь умудряюсь уступиться. Привет, Флакс. На каком моменте меня сохранило? Ну, не на том, что мне нужен. Вроде ровненько. Я надеюсь, что теперь у меня не упадет кубик. Так, аккуратненько. Аккуратненько, чтобы глупо не падать в воду. И нам, в принципе, на ту сторону только. Хорошо бы его пониже чуть. Так, что такое? А что здесь мешает? Там стенка, что ли? Ладно. Договорились. Сейчас мы сделаем что-то другое. Тогда давайте пройдем по мостику и посмотрим, где мы можем создать еще один портал. Так, постой, тут кубик. Да, я так и думала. Вот так, по идее, мы должны просто аккуратно туда прийти и все. Ну, если я не оступлюсь и не шлепнусь в воду, как обычно. Так, поставили кубик, а теперь... Так, хорошо справляешься. Да, все. Что я даже сделаю памятку в твоем деле в разделе поощрения. Поощрение. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. Привет, Кортес. Ну, может быть, дойдет до реальных поощрений каких-то. Ну, нельзя же только ругать, должен быть. Ну, ты пряник. Я мало пью, надо побольше пить. Ты просто гений. Это шутка, да? Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. Считаешь ли ты, что Карлс больше достоин победы, чем ты или картошка? Я была бы в этом уверена, если бы он стримил. То есть, если бы Карлс вернулся и начал стримить, конечно, он был бы топен. Но у меня есть свой личный топ. Люди, которых я хотела бы видеть в топе, это совершенно точно Алекс, совершенно точно Дэн и Игорь ЖХК. Люди, которые, ну... Ну, это то качество, к которому лично я хотела бы стремиться, вот. Поэтому у меня какой-то свой топ в моем представлении. Я
Я буду тебя всегда хвалить, Атакер, спасибо. Относительно, ты туда же? Я начинаю радоваться, пока еще не дочитала сообщение в чате. Все, больше не буду так делать. Так, мы же можем ее просто уронить. А почему она... Почему она не роняется? Раньше это работало... Давайте спрячемся куда-нибудь. Ой-ой-ой. Уронить уронили, но нас немножко подбило. Может быть, я зря это сделала? Никого, никого тебе показалось. Тебе показалось. Так, прячемся. Ой, нас все равно подбивают. Так, наверное, безопаснее. А куда мне вообще нужно было пройти, интересно? Так, ну отсюда я пришла. Там, по-моему, ничего интересного не пропустила, поэтому идем дальше. Привет, снегозверь. Смотри, как ты играешь в Мираж. Я действительно не ожидал, как ты будешь проходить эту игру. Там все было очень плохо, я знаю. Не трогают трутки, они же добрые. Они не очень добрые. Если бы они меня не обстреливали, мы бы с ними дружили. Без вопросов. Но у нас отношения не сложились с ними еще в первой части, поэтому... Поэтому как-то так. Так, двигаемся дальше. Ну как дальше двигаемся? Я уже забыла, с какой стороны пришла. Вот, кажется, нам сюда. Делаем то же самое. Нет, то же самое не получится, то же самое не... Подождите, пусть она просто сейчас... Зато теперь мы в безопасности. Я наконец сделала это, находясь в безопасном месте. Главное не упасть сейчас туда к ней. Обходим аккуратно. Опять все поломано. Кубик. Она меня сейчас увидит. Это сработало. Так, там у нас еще одна, да? Да. Так можно делать. Это камера, она на меня смотрит. Она поворачивается за мной или мне кажется? Может быть, у меня паранойя, но, по-моему, она... Она поворачивается прямо за мной, когда я иду. Кадластрину даже в топ-10 не всегда попадал. Ну, сейчас очень уже по нему соскучились, поэтому я думаю, если бы он начал стримить, было бы по-другому. Бикубиков мало теперь еще. Ну, насчет турелек, они агрессивные, поэтому все нормально. Лордком, давай, спокойной ночи тебе. Даже в первой части камеры за тобой следили, я заметила только сейчас. Я почему-то не обращала на них так внимания. Ну, камеры, и только сейчас я заметила, что они действительно очень пристально смотрят. А, так, ну полетели прямо к кубику. Да, вот она повернулась и смотрит. Меня раньше это так не смущало, не знаю теперь как... Мне кажется, их тут многовато. Вам не кажется, что их слишком много? О, я попала! Ничего себе! Да, это получилось. Так, еще один на потолке. Где-нибудь тут? Ну, мне кажется, что это прямо над ней. Может быть, я ошибаюсь. О, подождите, мы можем не тратить кубик, мы можем использовать такую же турельку. Зря-зря я сюда упала. Ой, прячемся, прячемся. Ну вот, я была крайне неосторожна. Злая-злая поле, да кубики ты милые турельки. Песня сегодня будет, мы с если холодно, спать не пойдет. Холо, ты планируешь сидеть до часу или ты уходишь спать? Так, подождите, а что мы... Я обещала Холо песенку.
Но если он идет, и я начну петь, это все. Так, пробуем еще раз проделать то же самое, только теперь поаккуратнее. Какой я там портал? Голубой сделала, да. Давайте это сделаем. Да, все получилось. Все нормально. Так. Теперь ты закидываешь бедных турелей, их же трубки. Но это не трубики, они просто поломались немножко, но их же могут починить, все нормально. Мы же их не уничтожили, в топку не отправили. Они просто перевернулись и выключились, и все. А так у них все нормально. Не надо вот рассказывать. Сколько их там еще? У меня, кстати, закончилось, но у меня еще есть кубики. Я хотела как-то их поберечь. Привет. Стример смущает, что за ним кто-то следит. Но эта камера, она выглядит как-то очень зловеще. Вот вы, например, очень доброжелательные, а... Я как-то сильно промахнулась, знаете. Хорошо, что у меня еще есть два кубика, но если я потрачу их все... Вот это уже будет неприятная ситуация. Это же нужно было так промахнуться. Давайте мы не будем бросать кубик, пока не убедимся, что мы точно над ней. Да, теперь, по-моему, все в порядке. Ее душа находится в своеобразной чаше внутри тройки, и когда ты переворачиваешь тройку, то душа уходит на небо. О, ну что вы начинаете? Мне хватило кубиков. В дне камере думала о том, что тот, который слева заглядывает тебе через плечо периодически. Там никого нет. Я вот сейчас я вижу себя на камере. Она небольшая, маленькая, но я там никого не вижу, это совершенно точно. Он прячется, когда я на него смотрю, да? Да, вы все его видите. Ты их просто на бок укладываешь, и они засыпают. Вот, вот, это тот вариант, который мне нравится. Вот это, по-моему, отлично. Привет, Фарш, здравствуй. На самом деле, турели уходят в топку. Нет, мы ничего подобного не видели, это домыслы. Так, ну что, побежали дальше. Мы практически прошли эту комнату. Осталось взять кубик и поставить его на кнопку. И это все. Это было несложно, просто нужно было немножко рутинной работы выполнить. Я чуть не упала. Я так уверенно побежала вперед, потому что думала, что здесь сейчас будет лифт и все будет нормально. Я здесь смогу перепрыгнуть? Нет. И порталы негде поставить. Ну, как это? Ну вот. Ну все. Ладно. Куда мы попали? По-моему, что-то пошло не по плану. Я навсегда засыпаю. Ну, их легко починить, я думаю. Чтобы поддерживать непрерывность испытаний, я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Чудесно. Это выход Half-Life 3. Вот это да. Вы теперь будете подбирать самые жестокие версии, да? Куда мы попали, неясно. Подождите, давайте осмотримся, что-то мне не нравится, то, что здесь происходит. Знать бы еще, куда нам. О, отлично.
Так, пока что все хорошо, только... А что делают эти штуки? А как это работает? Мне нужно направить через все три луч. Но он же проходит насквозь. А у меня есть еще кубики или только один? Мне бы пригодились еще. Он просто насквозь проходит. Мне нужны еще кубики. Только здесь нет больше кубиков, и кажется, их негде взять. Вот это да, с этими штуками вообще... Ой, тут можно только обжечься. Лучше их не трогать. Может быть, нужно по порядку? Нет, тоже вряд ли. Нужно, чтобы луч прошел через все три. Но он же никак не расщепляется. Или я ошибаюсь, или он расщепляется, только непонятно каким образом. Так, ну давайте думать. Луч проходит насквозь. У меня еще есть порталы, правильно? У меня есть не только кубик, но и порталы. Давайте их использовать. Я постоянно забываю о том, что у меня есть порталы. Так, мне нужно, чтобы он прошел по прямой. Он может пройти через вот эти две. Так, я же не буду стоять там, где будет проходить луч, правда? Теперь убираем кубик, и по идее он должен пройти через две эти штуки. По-моему, да. Да, это сработало. Перепрыгнем. И на... Ой-ой-ой-ой, обожглись. А, я не с той стороны. Да. Вот это да. Ты помнишь, феерично. Я буду жить вечно, а ты умрёшь лет через 60. Ничего я придумала страшного. Для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее. Запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Эксперимент. Главное, что это подарок. Сколько кубиков нужно Полин, чтобы пройти эту головоломку? Полин вовремя вспомнила, что у нее еще есть порталы. Сколько я вешу, Флакс? Я не знаю точно, сколько я вешу. Но я бы не сказала, что я худенькая. Ну, на самом деле, вот Сережке нравится, когда я вешу больше, чем сейчас. У меня есть запас, я могу еще пополнить, и все будут счастливы при этом. А что такое, почему это не работает, или я чего-то не поняла? Подождите, мы же приехали. Я отвлеклась и, похоже, не поехала туда, куда нужно было. Я не так лучи располагал. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Ну, начинается. Мнение. Так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально, а в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Научная степень по моде? Да-да. Портал 2 сюжетка, да, пока что одиночная, потом будем проходить вместе. Да, я уже прошла первую часть. Блин, должно быть много. Да, мне тоже кажется, что Гледас довольно милая. Ну, по крайней мере, она не скучная. И, наверное, все-таки в ней есть что-то хорошее, как бы она не пыталась это скрывать. Мне хочется в ней что-то такое видеть. Hi, Маус, Маус, Вити. Привет, Андрей Джокер, здравствуй. Ну что, давайте думать, что нам тут делать. Портал тут пока негде шлепнуть. Нет, негде. Придется пробегать, что ли? Я не уверена, что я к этому готова. Она меня сейчас заметит, а остальные что, не работают? Кто там? Это она сказала, кто там? Да?
Да. Какой еще корольный режим? Ну как мне туда? А, подождите, тут есть рисуночек специально для таких, как я. Тут показано, что надо делать. Да, я все еще тут, и я не знаю, как мне добраться. Это, конечно, хорошо, что я там. А, подождите, ну ведь можно. Нет, нельзя. Это я погорячилась. Ну вот что с ней делать. Подождите, давайте мы. Эта штука должна меня защитить. Да, через нее не проходит луч. Это работает. Вот. Ты не можешь жить тортики. Ну, мне самой не очень комфортно. То есть я себя устраиваю в том, ну, в том весе, который у меня сейчас. Я не знаю точно, какой он. Я просто ориентируюсь по своим собственным ощущениям. Вот. Так, это, конечно, все замечательно, что я ее каким-то образом оградила. Но мне бы еще пройти туда. Или мне не нужно? Так, если я сейчас уберу портал или переставлю его в другое место. А куда в другое место я могу его? Вообще, мы возле нее уже так близко, что можно ее просто взять и все. Вот. Ай-яй-яй. Да, она говорит ай-яй-яй, но мне теперь ее особенно жалко. Так, они ведь меня еще не заметили. А вот камера за мной следит, она меня видит. Давайте подумаем, хорошо, куда нам лучше подойти. Точно не выходить там, где я организовала портал. А! Ой-ой-ой. Вот это было не очень. А что же нам делать? Давайте попытаемся заглянуть. Ты меня ведь не видишь, правда? Не видишь. А, значит, нужно тоже провести к ним. Ну что я сделала? Отлично. Так. Нужно их оградить. Да хватит, ну. Хорошо, тогда давайте так делать. И прямо вот так вот будем идти. Надеюсь, ноги они мне не станут обстреливать. О, у нас опять есть штука, чтобы прыгать. По идее, мы сейчас просто перелетим, не знаю, с порталами. Давайте пока ничего не делать, просто посмотрим, куда нас забросит. А нас забросит на вторую кнопку. Хорошо, а она куда? А, обратно. Логично, ладно, мы летаем туда-сюда. Нам вообще нужен кубик. Или взять одну турельку, которую мы уже завалили, а мы ни одной здесь не завалили. Там в соседней комнате, конечно, были парочку. Да хватит. На стриме есть тортики. В первый раз, что ли, играешь? Ну, прохожу впервые, да. И открываю для себя какие-то новые штуки. Все время. Ладно, давайте подумаем. Раз у меня нет кубиков, значит, мне просто придется использовать поваленные турели. По-другому никак. Давайте тогда носить их за собой. Больше ничего не остается. Так. Ой-ой-ой. Я так хорошо здесь раньше могла закрыться, а теперь не так эффективно. Или нет, нормально. Хорошо, пойдем теперь их на кнопки укладывать. Я надеюсь, что это сработает. У меня нет никаких гарантий, но попробовать стоит. Я не помню, мы раньше укладывали турели на кубики или нет. Нет, даже вот. Нет, это не работает. Или... Она легенькая. Ой, простите, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Игорь, спасибо тебе большое. Так вот, ребята, турелька весит совсем немножко, и я не представляю, где нам брать кубики. Мой план провалился, и я в растерянности. Давайте искать кубики. Они смотрят на меня, но ничего с этим не могут сделать, ладно. Может быть, где-нибудь сверху? Давайте еще чуть-чуть полетаем, если они на меня не достанут таким образом. Там были кубики наверху, кто-нибудь успел видеть? Тут какие-то обломки, может быть, это обломки кубиков. А может быть, нам нужно две турели положить, и тогда их веса хватит?
Кто-то видел кубики? Их просто здесь нет, в этой комнате. Они ниоткуда не вываливаются. Ну да. Давайте смотреть в другую сторону. Ой, там, кажется, был какой-то проход. Так, еще раз внимательно. А, нет, это не проход. Ну вот. Сидевайся над трубом турели. Но правда, если не получилось с одной, может быть, нужно попробовать две. Да, куб есть, хорошо. Раз куб... А, я его вижу. Я боялась смотреть в ту сторону, потому что там ископление, которое пытается меня расстреливать. И, если честно, я даже не думала посмотреть прямо на них. Это же надо было так спрятать этот кубик. Теперь нам точно придется туда идти. Давайте только подумаем, как максимально безопасно к ним подобраться. Это что? Это ближайшее расстояние, на которое мы можем подойти? Меня это не очень устраивает, если честно. Придется подходить сверху. Так, тогда создаем портал себе где-нибудь наверху. Нет, но там его невозможно создать. Можно зато сделать вот... Мне бы развернуть это дело никак, интересно, нельзя развернуть. А, ладно. Зачем я притащила туда турельку? Мне же ее нужно забрать. А, вот я теперь могу забрать. Нет, не могу забрать. Или могу. Нет, вряд ли. Они меня сейчас расстреляют, пока я буду это делать. А если аккуратно? Да, они же меня сейчас не увидят. Не увидят, ведь правда никто меня не увидел. Все, я ее притащила, ребята. Все хорошо. Теперь поставим ее. Давайте делать то же самое. Нам нужно вместе с ней пробраться наверх. И мы сейчас ее будем сбрасывать. Ой, нет, не будем сбрасывать. Мы туда не допрыгиваем. Подождите, я погорячилась. Я так хорошо придумала. Я думала, мы сейчас попадем прямо на эту площадку. В итоге нужно в полете, похоже, поворачиваться. И как же это сделать? Затормозить? Развернуться? Нет, вы говорили что-то про шип. Давайте попробуем, может, действительно это как-то сработает. Нет, это не работает. Ну, пожалуйста, запрыгни. И Фейт так умела делать. Ну вот. Хорошо, нам нужен мостик. Но этот мостик не хочет поворачиваться. Я не понимаю. Твич подсказывает. Я не читаю твичи. Если там подсказки, давайте вообще не буду пока читать чат несколько минут, ладно? Ребята, пожалуйста, не подсказывайте. Я вас очень-очень прошу не подсказывать, потому что таким образом портится удовольствие. Эй, ну-ну-ну-ну-ну. Не надо. Конечно, хорошо, что я умею летать. Мне бы спрыгнуть. Спрыгнуть с высоты, но здесь на полу негде организовать портал. Мы бы тогда долетели. Где-то там были у нас возвышенности еще? Нет. У нас неплохое ускорение, когда мы прыгаем с одной штуки на другую, воспользоваться бы этим как-то. Но здесь негде создать портал вообще. Так. Нет, нет, не обстреливайте меня, пожалуйста. Я осталась без мостика. Я так хорошо им прикрывалась, и в итоге его просто взяла и... Ну, вы поняли. Но я могу перейти на ту сторону зачем-то. Перешла. Я могла сюда и допрыгнуть тоже. А, ну, в принципе, мы мостик себе можем достаточно легко организовать, если нужно. Это хорошо. Ой, я не того цвета сделала. Портал чудесно. Все, мы закрылись. Можем теперь здесь ходить и дразнить их, и все. И думать спокойно, как нам попасть наверх. Может быть, можно с той стороны где-то сделать портал? Нет, нельзя. Что нам дает эта кнопка? Зря я... Я передумала, я больше так не делаю, простите, все. Я не это хотела сделать. Так. Но нам точно нужен мостик, чтобы пройти, потому что... Или чтобы эта штука выехала. Может быть, есть еще какая-то кнопка, которую я не вижу, и тогда вот эта платформа доедет прямо до стенки. Я невнимательна, я могла не заметить какую-то кнопку. Да хватит, хватит, все. Подготовка, поиск. Вот они свирепые. Кто их жалеет?
Я не могу, я пытаюсь автоматически все равно посмотреть на чат и просто останавливаю себя, чтобы экран делать. Ребят, пожалуйста, не надо подсказывать. Мне это уже вошло в привычку читать чат. От этого теперь тяжело отказаться. Ну, полетаем, это нам ничего не дает. Все, мы здесь надолго. А, я знаю, что нужно сделать. Ну, конечно, это так очевидно. Почему мне такие очевидные вещи приходят в голову так... не сразу? Не отвечайте, это был риторический вопрос. Я уронила ее и теперь не могу взять. Иди сюда. Я надеюсь, тут есть отверстие. Да, есть. Так, главное ее не потратить впустую. И все? Ладно, там было еще несколько, если я не ошибаюсь. Мы сейчас все организуем как надо. Прекратите, я не могу... А, ну да, я уже в прошлый раз это делала, и тут теперь почему-то решила, что я и без этого смогу справиться, очень зря. Так, подождите, ну у них же все хорошо здесь, они всем довольны, стоят и ждут меня, как мне их взять? А если перенести портал и прям по одной хватать? Так, они меня немножко подбили, но пока-пока. Там еще одна осталась, она не попала по своей подружке? Эй, ну... Вот теперь все сработало, только нам нужно... Ой, туда нельзя выбегать, там же еще несколько. Так, ну все, это сработало. У нас теперь их целая куча, можем брать по одной и носить куда положено. Давайте мы их вытащим сразу, чтобы потом тут порталы не организовывать, а просто приходить за ними. Я не знаю, сколько мне понадобится попыток, поэтому я вытаскиваю всех. Мне кажется, это рационально. Прыгай на них сверху и глуши. Эй, нет, я уже теперь могу читать чат, потому что я поняла, как это место пройти, поэтому подсказки нам уже здесь, конкретно здесь, уже не страшны. Ой, меня чуть не прорезало этой штуковиной. Привет, Лир, да, это портал 2. Прыгай к ним, ты успеешь их раскидать, я боюсь. Я лучше буду делать это дольше, но так, чтобы это было безопасно. Есть. Прикольно ударяться об эту стенку. Так. О, две одним ударом, ребята, мы... Ну, теперь уже, наверное, можно не бояться. У нас есть кубик. Так, подождите. Я не хочу, чтобы меня расстреляли прямо сейчас. А теперь подумаем, что с ними сделать. Блин, живи, что там? Прекратить вот с трафиками турели. Какой ужас. Образ Полин, настоящая Полин. Вот это да. Понятно теперь. Не стоило мне брать эту игру, да, она мою истинную сущность вот так взяла и раскрыла. Так, что мы сделаем? О, нет, вам показалось, это была не я, я еще не придумала, что с вами делать. Там на потолке вроде есть отверстие какое-то, да? Ой, прячемся, я не взяла турельки, не взяла кубик, я ничего не взяла для того, чтобы с ними расправиться сейчас. Это было опрометчиво. Интересно, они меня увидят отсюда или нет? Давайте просто сделаем вид, что... А зачем это я... А, я сверху собираюсь бросать, да, точно. Я вспомнила. Ну, на самом деле, я промазала, и портал не там сделала, где нужно. Давайте мы попытаемся его разместить как-то аккуратнее. Так,
И... А в какую сторону мне его надо сместить? Подождите. Чуть-чуть дальше от выхода. Дальше от выхода. Не получается, это максимально далеко, по-моему. Ну, я так не попаду. Эх, ладно. Мама, она ругается. У вас нет такого чувства. О, вот. Вообще, тут уже можно убирать. Я просматривала список испытуемых в криогенном хранилище и нашла двух с твоей фамилией. Мужчину что? И женщину. Это интересно. Мир тесен. Родители, что ли? Вот это интересно, вот это поворот. В прошлой части не было такого сюжета. Ну, прям, какая-то интрига появилась, ничего себе. Упасть за спину турель. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать опять заранее, сюрприз. Чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. Серьезно? Вот это да. Ты могла просто уйти, не трогая последний. Точно. Вот это я кровожадная. Ведь действительно можно было просто пройти у них за спиной и ничего не делать. Может, брат с сестрой? Может, брат с сестрой. Мне просто первое, что в голову пришло, родители. Так, ну ладно уже. Мы же отталкиваемся от того, что их все-таки можно починить, правда? Откуда этот луч? Она там что, за решеткой сидит? Ну чудесно, а мне портал даже здесь негде создать. Эй, ты чего? Ну, мне даже... Ладно, сделаем так. И я, если честно, боюсь становиться на кнопку, даже так, чтобы посмотреть, что она делает, потому что... Сейчас что-нибудь где-то опустится, откроется, и меня расстреляют. Сколько их тут? Ой-ой-ой, так их целая куча. Так, ну я вижу два кубика. Один для того, чтобы перенаправлять луч, один, чтобы поставить на кнопку. Только я не вижу тот луч, который нам нужно будет перенаправлять пока что. И еще одна там внутри сидит в клеточке. Не знаю, будем ли мы что-то с ней делать. Так, ну ладно, становлюсь на кнопку. А, вот он этот луч, все. Все отлично, я теперь знаю. Вот попробовала, и нормально, и не страшно. Как же мне с ними разобраться? Подождите, где мостик? Мне нужен мостик. А то, что нет в этой комнате мостика? Блин, какая-то турелефобия. И не только турель. Турелька от тебя уже за решеткой прячется. Она, наверное, думает, что там она в безопасности. Амилара, здравствуй, я рада видеть тебя, привет. Или муж и бабушка, может быть, тут вариантов много. Анисимов решил не спойлерить, это отлично, отлично, спасибо большое. Ты чудовище, и скоро ты поймешь, почему я сделала что-то страшное и не заметила. Так, ладно. У нас нет мостика, с этим нужно просто смириться и... Ну, я боюсь выходить к ним. Где мне портал сделать, чтобы не бояться? Я могу создать на потолке, интересно? Давайте мы высунемся. Нет, не могу, кажется. Или могу? Нет, не могу, не могу, не могу. Все, спрятались и не делаем. А, зато могу. Вот тут наверху. Мне это вообще что-то даст или нет? Ну, давайте запрыгнем, раз мы можем это сделать, и осмотримся. Может быть, сверху увидим чего-нибудь новенькое. Нет, новенького особо ничего не видно. Вообще не знаю, зачем тогда мне эта площадка здесь. Луч проходит насквозь, интересно, или нет? Давайте проверим. Да, он проходит насквозь. А в чем? Для чего мне тогда эта площадка наверху? Я что-то совсем не поняла. С ней нет выхода, и там нельзя сделать никакой портал.
портал, можно просто туда запрыгнуть. Для того, чтобы лететь, это же возвышенность, для того, чтобы прилететь и обрушиться на несчастную турельку. По идее. Ну, или нет? Но я же уже не могу туда залезть. К сожалению. Мой план, по-моему, провалился. Что-то я такое пыталась придумать. Ладно, давайте еще раз залезем, посмотрим, могу ли я через стекло создавать портал. Нет, конечно же, не могу. Но могу с разгона влетать вот сюда и по пути попытаться создать портал вот там. Нет, это плохо сработало, потому что я промахнулась. Давайте еще раз попробуем это сделать. Ну, не получится, так не получится. Вы, наверное, уже поняли, что я хочу сделать, я хочу. Долететь до турелек и просто их сбить. Своей же тушкой. Так, я надеюсь, что... Я просто не успела сейчас, ладно. Вот так. Будем спиной отходить и создавать. Да, да, что-то произошло, но... План был плохой. План был очень плохой. Не было никакого ускорения, мы не долетели, мы их не сбили. Я боюсь к ним просто выходить, и в итоге попало, и они меня стреляли. Все, больше я так не делаю, это было страшно. Все, прячемся и придумываем что-нибудь более безопасное, если это возможно. Над ними, к сожалению, нельзя ничего создать. За ними я тоже не вижу там. Да, вот я. Вот. Ну, просто в лоб на них бежать, это было бы совсем не очень, мне кажется. Да? Ну что, вы с ума сходите? Нет. Я вообще не замечала раньше этой панели под лазером. Ну, значит, она там просто так. Тут все очевидно. Ну, очевидно для тех, кто проходил. Ну, может быть, вы очень быстро прошли этот момент, и действительно все было изначально очевидно, не знаю. Ну, давайте что-нибудь интересное будем придумывать, да? Если здесь есть что-то интересное. Нам какая-то комната наверху. Пробить ее у меня пока не получается. Но я думаю, что мы могли бы пробить это стекло и пройти туда. Но пока что мне бы добраться в соседнюю комнату за кубиками. Я не хочу выходить из этой стенки. Да, ладно, ладно, все, я так больше не делаю. Ладно, я попробую еще разок. Нет, не стоило этого делать. Какой ужас. Они просто ее расстреляли. Не может идти прямым путем. Ну, ребята, уже все, наверное, кто более-менее часто на моих стримах, заметили, что я часто вроде бы простую задачу усложняю. Я действительно, наверное, не вижу какого-то элементарного решения. Мне кажется, что здесь должно быть что-то такое очень сложное. Это же сложная игра, это же головоломка. И я ее здесь ищу, и ничего не могу с этим сделать. Вот. Стрим по порталу, хорошая реклама каких-нибудь спайсов. Ого. Попробую с распрыжки головой стекло разбить. Фейт так умело, да. И мне очень хочется использовать порталы, не выбегать просто на них, а сделать что-нибудь с использованием порталов. Раз они у меня здесь есть в игре, значит, их нужно использовать. На потолке никак не могу. Ну, остается только прыгать сверху. Будем пробовать еще раз. В прошлый раз это не очень хорошо получилось. Не знала. Но я не придумала ничего лучше. Да я не долечу. Нет, ничего лучше не придумала. Хотя эту пасхалку не считается за подсказку, но, наверное, нет, потому что я все пасхалки здесь просто пропускаю. Не знаю, куда смотреть. Да все, все, я так больше не буду делать. Не буду так прыгать и вообще. Ну, подождите, я еще не бьюсь головой об клавиатуру, там... Я еще вроде в нормальном состоянии, поэтому пока что не подсказываем. Я скажу, когда все станет совсем плохо. Я еще держусь. Говорите, простое должно быть решение, прям простое и очевидное, да? И чем больше я об этом думаю,
тем, по-моему, тяжелее его найти. Не думать, а просто идти вперед. Но как идти вперед, если здесь эти турели жуткие? Мне нечем заслониться. У меня есть еще одна турелька здесь в клеточке. Может быть, я могу что-то с ней поговорить? Нет, с клеточкой лучше ничего не делать. Лучше ее оставить в покое этого затворника. По-моему, она провела там слишком много времени и стала совсем агрессивной. Смотри комнату. Мне кажется, что я осмотрела здесь практически все, что есть. У меня есть... Ну, чего-то там есть еще, конечно, на потолке отверстие какое-то. Если бы я могла туда пройти, было бы здорово. Только порталы там не создаются. Так. У меня есть лазер. А, я же сама могу быть как кубик и могу становиться на этот лазер, правда? То есть, фактически, я могу их уничтожить. Их можно сжигать лазером? Вот это да! Вот это поворот! Серьезно? Ну круто, но мы раньше так не делали, то есть это для меня это открытие. Или делали впервые. Нет, не помню. По-моему, мы все проходили как-то по-другому, и лазером их не сжигали. Или была одна комната, где мы направляли лазер? Я не помню. Да, да, все, мы теперь знаем. Ну, в смысле, теперь мы знаем все вместе. До этого знали все вы, а теперь я тоже, и мне так приятно присоединиться к вашему сообществу. Подсказки на двери читаешь? Честно, я перестала, потому что они у меня стали повторяться. Здесь прямо на двери была подсказка? Ой, не трожь меня, не трожь. Ё-моё, тут была картинка действительно с подсказкой, где было понятно, что так можно делать. Все, теперь я буду внимательнее смотреть на подсказки, ну, которые здесь нарисованы. Вот это да. Чудесно просто. Нет, я когда зашла в эту комнату, я не обратила внимания абсолютно на картинки. Так, и нам нужно перенаправить луч, правда? Он должен пройти через эту панель, правильно? По крайней мере, раньше проходил. О, смотрите, они нас не могут достать, а мы можем прям по одной. Вот он выход. Ну, наконец. А кто поет песенку? Это Гладис? Так, она обещала нам сюрприз, обещала, что теперь будет сюрприз. Привет, Атас. Инструкции, все, я буду внимательнее к инструкциям. Здесь написано, что следующий тест был разработан нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что... Там можно лазером сжечь решетку. Теодорка, я... Нейротоксином. Я прочла это только сейчас. Вот это да! Может быть, у нас было какое-нибудь промежуточное сохранение. Ну вот. Ну это обидно. Да, да, мне тоже. Я не могу уже вернуться, правда. Пропустила лучшую пасхалку. Загружайся. Там было сохранение, как вы думаете? Последнее сохранение. Ну давайте попробуем. Или сохранение уже прямо тут было после лифта? Ну, хоть попробуем. Здесь написано, что следующий тест был разработан нобелевскими лауреатами. Главное меню. Давайте поищем. Может быть, там было другое сохранение, где начнет игра загрузить. Ну, может быть, тут. Давайте попробуем. Кто умнее, мужчина или женщина? Ты или муж? Конечно, муж умнее. Насчет всех женщин я не скажу. О, ребята, все нормально. Мы сейчас все исправим. Я реабилитируюсь, правда. Я теперь все сделаю как надо. Так, нам нужно взять кубик, правда, и направить луч. Так, а как его туда направить?
Ой, нет, мне лучше не отходить. Короче, сама себя она, по-моему, никак не нужна. Конкретно попробую. Ладно, сейчас пусть там пока стоит кубик. Давайте подумаем, как его перенаправить. Порталом, ну нет, мы тут ничего особенно не сделаем. Чего на мне, если работает он, играешь в игры ты, Флакс, а кто сказал, что я не работаю, я работаю тоже. Ну да, в игры тоже играю, но он в свободное время тоже играет в игры. Так, давайте мы разберемся. Отлично, сейчас мы еще на полчаса зависнем на пасхалке. Все было так просто. Подождите, я прочту еще раз, что там писал Теодорка. Будет сжечь решеточку, за которой умирает турелька у самого входа, там лучшая пасхалка. Да, я все делаю правильно, мне нужно лазером сжечь решеточку, я все поняла как надо. Это, конечно, хорошо, только я пока еще не поняла, как мне направить лазер на эту турельку. Я пока могу его развернуть. Давайте уберем отсюда портал, чтобы он нам не мешал. Нам сейчас не нужно его сюда отправлять. Он там отражается от чего-то, нет? Похоже, нет. Так, давайте пока бросим. Посмотрим, какие еще варианты. Кубик мы не можем убирать. Но мне нужно перенаправлять с того места, где я стою, или... Или из соседней комнаты, он же... Проходит там. Нет, но в соседнюю комнату мы его по-другому никак не отправим. Давайте подумаем, что нам сделать с порталами. Без порталов тут не получится. Но тут нет белой стенки, к сожалению. Тут же опять все просто, а я опять все усложняю, да. Хорошо, давайте идти от обратного. Как сюда можно попасть? Нам главное, чтобы хоть чуть-чуть ее было видно, эту решетку, правильно? Чтобы луч по прямой туда отправился. Но мы можем... Подождите, мы можем действительно здесь использовать портал, если... направить его вот отсюда. Да, все, сейчас сделаем. Я наконец поняла. Ну, сколько мне на то ушло? Минуты 3, наверное, да? Ой, я спихнула кубик случайно. Вроде бы не так уж много, или я слишком оптимистично на это смотрю. Давайте чуть-чуть пониже сделаем его, да. Что-то происходит? Постой тут. О, мы наконец можем пройти. Наконец-то, да. Я думала, что в этой части это вообще не работает. Так. Какая прелесть. Сложность уровня привлечь. Как круто! Как после такого с ними расправляться? У них еще эти штучки так открываются и закрываются. Они такие милые, не убивай их, пожалуйста. Конечно, я не смогу их убить. Но они очень славные в итоге. Чуть дальше, я пройду еще дальше. Мне хочется внимательно посмотреть, что тут есть. Потому что я постоянно что-нибудь интересное пропускаю. Все, они допели песенку. Так, давайте пригнем. Пригнись. Ну что такое? Пригнись, я хочу дальше. Не пролазим.
О. Может быть, это их мама? Это мама, да. О, ну как их теперь? У них есть мама. Нам нужно как-то очень гуманно просто их обходить, но это ведь нереально. Так, что у нас тут? Ой, я, кажется, опрокинула чашечку. Ой, и еще одну. Там что-то интересное видно. Я могу туда спрыгнуть, нет? Похоже, все. Ну, это классно. Ладно, идем обратно. Кажется, я здесь уже все увидела. Спасибо, что вернули меня. Спасибо тебе, Теодорка. Толстенькая турель. А, где же твой Мерседж? Ну, мы его уже прошли благополучно. Прыгай. Там можно прыгнуть? Серьезно? Так, подождите, я сейчас вернусь и попробую. Мало ли, вдруг действительно можно прыгнуть, а я... Давайте пригнемся и прыгнем, и посмотрим, что получится. Нет, я в итоге не пролажу туда. Ну вот, я поверила, что можно прыгнуть. Похоже, нельзя. Больше ничего нет. Тогда все, возвращаемся. Ладно. Что может быть плохого в прыжке с высоты нескольких километров? У нее же специальные штуки на ногах. Мне обещали, что она может прыгать с любой высоты. Так, забираем кубик, он нам сейчас пригодится. Но они же тоже поют песенки, нет. Может, и зря я туда пошла? У них есть мама. Ну, вот что я теперь буду делать? Зря я вернулась. Ну, мне теперь придется их сжечь, что ли? Я не могу пройти по-другому. Ну, это как-то жестоко. Они мне ничего не могут сделать. Я стою за стенкой, я должна просто сейчас взять всех их испепелить. Это же не просто перевернуть так, чтобы они шлепнулись. Это взять и сжечь их. Так их точно не починят. Давай стрим караоке. Все, мы теперь не сможем пройти дальше. Тебя обманули, это не новость. Я думала, что ты опять... Ты пить будешь по-черному, Раш, ну... Я и в итоге все-таки прошла. Да, медленно, конечно, и печально, намного медленнее, чем другие люди, но все равно. Не расстреляли семью кубиков сердечком. Кстати, о вводе в финальной части Мерседж на Ютубе, он воспроизводится? Не воспроизводится или что? Я проверю, что там с ним хорошо. Я посмотрю, что с записью, но вообще все было вроде нормально у нас. Но если там действительно проблемы, я перезалью, да. Ты уже 4 пожгла поздно. Ну да, как бы пока я не вернулась сюда с сохранения. Ну, это так грустно, но вы видели, как они пели. You monster! Ну, мне, вы видите, что мне на Твиче пишут? У них есть мама. Ну, блин. Я не знаю, что делать. Это совсем жестоко. Зря я вернулась. Я такая невнимательная, что я бы прошла игру и не поняла бы, что все так печально.
их интеллекты переселяются в другие тела. Спасибо, Теодорка. Это хорошая попытка. За ступор можно уходить. Это очень грустно, я не знаю, я не ожидала. Такая бодренькая, хорошая игра. Все было так весело и здорово, пока вот... Ну, вы поняли. Они не чувствуют боли, хороший организм. Ладно, давайте. Мы же собираемся пройти. Нет, не буду. Давайте я хоть последнюю. Нет, уже поздно ее переворачивать. Я думала просто, ну, когда их хотя бы осталось там парочка, просто пойти их и перевернуть. И в итоге... Я не пощадила ни одной. Все, можете мне теперь говорить все, что угодно, я приму. Все. В Диабло играла, ну да, но там мобов не было, мама, они не пели песенки, все было нормально до пасхалки. Да, все было нормально. До этого они были злюками, которые на меня охотились, и я не знала их с другой стороны. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Нейротоксины? Что? Чудовище начинается. С ума сойти, теперь к истории с кубиками добавятся еще турельки, которые пели песенки и... Все равно в следующей комнате геноцид опять устроишь, казни их уже. Сестрами кормила ультралиска, теперь железо жалко. Ну, серьезно, они воспринимаются совсем с другой стороны, когда увидишь вот такой эпизод в их исполнении. Ну, это грустно. Зря, наверное, они так сделали. Разработчики. Ну, это точно так же, как с кубиком, да? Так, где у меня кубик? Нам бы его забрать как-то аккуратно оттуда. Ты чудовище, как я говорил в начале этой камеры, теперь понимаешь почему. Да. Ну, совсем грустно. Они открывали-закрывали штучки, сидели точно такие же. Эти могли бы тоже сидеть и петь вместе со своими братиками и сестричками. Какой ужас. Ладно, все, я не буду ныть, все. Все, я же больше не ною о том кубике. Ну, в смысле, я о нем постоянно вспоминаю и вам рассказываю, но вроде бы не ною. Это другие турельки, которые тебя убивают, петь не умеют, значит, все ок. Амилара, отлично, да, вот это направление хорошее, нужно его придерживаться. Турельки бывают разные, те, которые сидят и поют песенки, это избранные, там, сколько их было, четверо, а они единственные хорошие, все остальные это злые турельки, да? Точно. Вот это... Что, Дорка, что ты делаешь? Будут ночью сниться жареные турельки, которые будут кричать, пока лазер плавит их корпус. Ладно, все, давайте думать, как нам пройти. Я сделала что-то не то на самом деле. Мне же нужно... Так, одну кнопку я... Так, подождите, а она спустится, если... Нет, это просто открывает дверь, а подъемник так не срабатывает. А что нужно для подъемника? Нам нужна еще одна кнопка. А где она? Пойдем искать. Лазер. Так. Подождите. Я убрала кубик. И поэтому лазер стал проходить насквозь, да? И он поднял подъемник без меня.
Давайте подумаем, могу ли я туда как-то запрыгнуть, но вообще по-хорошему мне нужно тогда, чтобы подъемник поднимался уже вместе со мной. По идее. А, ну подождите, нет, все-таки кубик его должен. Нет. Все-таки лазер. Они лишь имитируют чувство и доброту у машин, нет души, убивая их чистой совести. Вопрос в том, как это подается. Я, ну, достаточно, ну, восприимчива, наверное, к таким штукам. То есть я-то понимаю, конечно, я все понимаю, но это какие-то струнки задевает. Разработчики, конечно, молодцы, что именно таким образом умеют играть на человеческих чувствах. Но это было как-то нечестно. Так, ну, я не могу туда пройти по мостику никак. И допрыгнуть мне, в общем-то, мне неоткуда прыгать, чтобы туда просто прилететь. Нужно как-то убирать лазер. Как мы это сделаем? О, нет, точно не так. Попробуем поменять порядок, или от этого ничего не изменится. Так, ну вот у нас подъемник. И что мне это дало? Ничего. Ничего, мы вернулись, в принципе, к тому, с чего начинали. У нас дверь закрыта, подъемник опустился. Мне нужно, чтобы он поднимался вместе со мной, значит, в последний момент нужно сделать так, чтобы лазер прошел. Но я же не могу использовать для этого кубик, он мне нужен. По идее. Так, а как бы решить это по-другому? Может, там где-то наверху можно будет создать портал, я не знаю. А, и сдвинуть кубик я никак не могу. То есть у меня подъемник сейчас и не сработает. Я делаю что-то не то абсолютно. То есть я сейчас даже, по-моему, не в правильном направлении двигаюсь, к сожалению. Привет, Ювона. Ну, на самом деле, все было хорошо, пока мне не рассказали, что есть в игре пасхалка. И когда я посмотрела эту пасхалку, мне было очень тяжело расправиться там с группой турелей. И теперь как-то даже думается хуже, чем до этого. Это будет тяжелой комнатой, мозговой штурм. О, ну все, можно приготовиться, что до конца стрима, сколько тут у нас осталось, минут 20, и я буду сидеть в этой комнате. Полина спецметрики метод экзекуции. В общем, мне еще будут это вспоминать очень долго. Так же, как и кубики, и напоминать каждый раз о том, что я расправилась. Оказывается, с такими милыми штуками, которые поют песенки для своей мамы. Не видел никаких пасхалок? Не смотри, не ищи пасхалки, Йоанна, не ищи, мой тебе совет. Ты будешь намного спокойнее спать. Что ты думаешь про то? Флакс, ты когда делал голосование, ты меня поставил там, ну, первым номером, ставят галочку на первый номер, и все. Санчес эту камеру не прошел без подсказок. О, тогда все нормально, кто-то не прошел без подсказок, серьезно, давайте тогда будем пытаться, у нас есть целых 20 минут. Так, идем от обратного, нам нужно попасть наверх. Света и Фория, давай, спокойной ночи. Спасибо, что пришла. Как ты смеешь пропускать мои вопросы? Ну, я же вернулась и нашла твой вопрос в итоге. Да, так вот. Допрыгнуть наверх мы никак не можем. То есть вот этот фокус, типа мы летим издалека и прилетаем куда нужно, он уже не работает. И здесь нет кнопки, которая бы нас туда добрасывала. То есть... Такое впечатление, что единственный способ туда нормально попасть, это подняться, ну, вот прямо вместе с подъемником. А включить... Но мы же не можем удаленно поставить кубик, мы не можем его двигать силой мысли, у нас есть только порталы. Мы не можем создать портал над этой кнопкой, чтобы он упал и открыл нам двери. Не можем? Не можем. Подъемник у нас включается лазером, которым мы тоже не можем управлять удаленно, и мы пока что можем... оставить его выключенным, если у нас тут кубик. Можем его включить, если кубик уберем. Все, мы больше ничего не можем делать. У нас даже нет кубика, который бы перенаправлял его куда-то.
ребята, я сейчас подойду. Так, все, друзья, я тут. Я надеюсь, что малыш будет дальше спокойно спать. Возвращаемся в игру. Так. Ну что, попробуем. Ты ошиблась, мы кое-что можем. Думай проще, тут все просто. Вы все время говорите, что здесь все просто. А на деле получается не очень. Так, давайте смотреть на картинки, потому что в прошлый раз я их проигнорировала и... Ну, вы помните, что получилось. Я не заметила просто очевидную вещь. Давайте внимательно смотреть. Так, луч попадает на кнопочку. Я могу бегать по мостику. Мы это знаем. Кубик, чтобы нажать на кнопочку. Да, отлично. Ничего нового, к сожалению. Я ждала, что решение будет прямо здесь у меня на картинке, но... Нет, его нет. Тут нужен пульт дистанционного управления. Ну... Да... Давайте еще раз рассуждать, потому что пока что я ничего не придумала. Смотрите, у меня есть белая стенка наверху и, кажется, даже какой-то проход. Нам бы туда заглянуть, что там, правда? Давайте посмотрим. Может быть, там что-то интересное. Подождите, там лестница. Нет, 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 я не хочу падать, я хочу туда допрыгнуть, там что-то интересненькое. Подождите, может, мне вообще ничего больше не нужно? Мне нужно просто пройти по лестнице и вообще не решать никакие головоломки, а просто вот так вот запрыгнуть и пойти по лестнице. Что у нас тут? Чашечки, чашечки. Нет, похоже, это просто секретное место. Жутковатый рисунок на самом деле. Have a note of hell. Это что за то, что я так с ними обошлась? Пасхалочка, да, я в итоге нашла пасхалочку. Но вообще я искала выход из комнаты. К сожалению, мои надежды не оправдались. То есть выход не здесь. Увы. Ну, зато здесь есть... Не знаю, работает этот механизм или нет, но по идее... Нет, наверное, не работает. Ладно, не буду себе усложнять жизнь и думаю, как его здесь использовать. Да, я знаю, что сюда нужно поставить кубик, я раньше так уже делала. Там наверху еще вот какое-то пробитое стекло. А, мы там были как раз, да? Ну, по идее, да, мы... Она закрылась только что? Да, я вернулась, она закрылась, но...
куда-то там заходили. В общем, использовать разбитое стекло нам точно не придется. Там вторая часть секретки должна быть. Ну, судя по всему, да. Но я могла ее пропустить. Девушки не могут в логику. Ну, не все, наверное, есть такие, которые могут очень хорошо. Дистанционно управлять кубиком. Смотрите, у нас есть луч, и нам, в принципе, не обязательно его блокировать тут. Мы можем его заблокировать чуть-чуть поближе, если... Ну, если перенаправить. Вот так. Ну да, только мне нужно туда попасть для начала. Но суть вы поняли. Куда я пришла? Зачем я сюда пришла? Нет-нет-нет. Стой, кубик. Подожди, мы сейчас все сделаем. Нам нужно оранжевый поставить или голубой с той стороны. Вот так, да. Побежали. Отлично. Он упадет на... Он упадет прямо на кнопку. Теперь нужно убрать куда-нибудь портал. Ну, куда-нибудь просто в другое место, правильно? Ну, не сюда, хорошо. Ты, наверное, думаешь, что да я... Да есть же, есть, да, это работает. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Ну, кто умничка? Мне не пришлось сидеть 20 минут над этим. Я могу в логику. В итоге. Отлично. Вы тоже за меня рады, правда? Ну, наверное, мы попытаемся тогда еще одну комнату пройти. Вы меня так напугали, что я думала, что это будет последнее до самого конца стрима, но в итоге... В итоге мы, может быть, еще одну сможем пройти. Ой, мне так нравится, когда у меня что-то получается. Это так приятно. И так непривычно. Как раз времени на две песни. Так, подождите, здесь темно. Я не обещала две, я обещала одну песенку Холла. Ты думаешь, я не сюрприз успею пройти? Через 3, 2, 1. Давайте уже сюрприз. Я все выдумала. Сюрприз. Давайте хоть постоим. Не хватит, если это тебе поможет. Тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Мне кажется, или вторая часть какая-то более жестокая, чем первая? Там такая большая комната, наверное, мы не успеем ее пройти. Тут же можно сохраняться, делать это чаще. Давайте действительно прямо сейчас сохранимся, да, пусть это будет новое сохранение, сохранить. Просто я здесь давно уже не падала, ну, не падала в какие-то жидкости здесь, не убивалась. Поэтому перестала как-то сохраняться здесь. У меня больше проблемы были именно с тем, чтобы решить спокойную головоломку. Ну, на самом деле, эта комната выглядит большой, наверное, здесь долго придется сидеть. Можем это оставить на самом деле на прошлый раз. Давайте споем песенку. И, в принципе, на этом можно заканчивать, да, на сегодня. Ты ее как бы убила в конце первой, но немного обижена. Да, мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь, я помню. Эта комната не сегодня, я тоже думаю, она выглядит какой-то сложной, ну так на первый взгляд, поэтому, наверное, не стоит до упора над ней сегодня сидеть, лучше начнем в следующий раз с нее. Это до сих пор помню. То есть вы все считаете, что она просто оставить на прошлый... А я сказала оставить на прошлый раз, да, я уже заговариваюсь, наверное, действительно уже пора спать. Конечно, я имею в виду оставить на следующий раз. Да, чудесно, я просто уже говорю даже не то, что у меня на уме.
Сейчас я найду слова песенки, спою песенку и все, и будем спать. Первые у нее чувства появились только в самом конце. С этой комнаты с первого раза не справится. Комната простая, только долго бегать. Ну, тем более, если ее долго решать тогда. Но это тогда точно не на сегодня. Песенка. Да, да, сейчас песенка, причем песенка, которую я обещала Хулулану. Как бы он, наверное, забыл, но должен был мне напомнить, но в итоге не напомнил. Я говорила напомнить. Почему я ее запомнила? Моя бабушка очень эту песенку любит. Это на самом деле народная песня. It was a triumph. Она немножко сложная для меня, я думаю. Поэтому я пока возьму чего попроще. Так вот, вот моя бабушка — это вообще тот человек, который меня, ну, не то чтобы не научил петь, но хотя бы как бы привел мне любовь, наверное, к этому занятию. То есть как бы не получалось, но именно вот благодаря ей я вообще петь стала. Когда в следующий раз, я пока что еще не знаю. Друзья, мне еще нужно решить, в какой день у нас с Алексом еще будет совместный стрим, пока что не знаю. Поэтому я вообще... Да, не чекомесячно, да, хулула, правильно. Так вот, я точно еще не знаю, в какой день у нас будет стрим по порталу, ребята. Простите, раньше я пыталась оставлять расписание на неделю, как-то оно было более-менее точным у нас. А теперь получается спонтанно так. Ну, простите, может, мы вернемся к такому более заблаговременному расписанию, но пока что никак. Я ее пел, да, лицеист пел, и лицеист очень старался, на самом деле у него очень неплохо получилось. Вот, поэтому нужно, чтобы он как-нибудь это повторил. Вот. Так, что-то я вам давно не пела, теперь страшно. Все, пою песенку, отправляемся спать, ладно? Ніч яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Сядемо у купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Гай чарівний, ніби променем сипаний, чи загадався, чи спить. Він на стрункій та високій осичені, листя пестливо тремтить. Небо замріяне, всипане зорями, що то за Божа краса. Перлими ясними попід тополями грає краплиста роса. Ти не лякайся, що ніженькі босі вмочиш в холодну росу. Я тебе вірна, я аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебеденько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Я пыталась тихо петь, чтобы детей не разбудить, но это, как всегда, сложно. Все, я обещание выполняю, видите, я молодец. Всем спокойной ночи. Приходите в следующий раз, пока не знаю, когда он будет. Спасибо большое, что пришли. Все, всем пока.